Так, ну что, значит, я немножко скажу про себя, потому что у меня были еще биографии. Я был старшим тренером по подводному спорту, как по ориентированию, так и по скоростным видам подводного спорта. И там занимался. Вот, значит, биография-то какая? Ростом, видите, не вышел, поэтому я играл в водное поло. Но когда на тебе там по 1,90 м висят, я по левому краю был нападающим, какое-то время ты за счет хитрости какой-то удерживаешься, дальше пришлось уйти под воду. Ну, это было интересно, тогда был поголовный энтузиазм, по-моему, 56-й год, когда в Советском Союзе по телевизору показали фильм «Голубой континент», Жаффе Кусто снял «Люди в аквалангах». Вот я это мечтал, и эта мечта сбылась. Ну, а потом, значит, в 74-м году меня пригласили уже в госкомспорт, тогда был спорткомитет СССР. Ну, и там последовательно этот новый вид был, хотя я плаванием занимался, вот, поскольку и водное поло, и плавание было. Ну, и вот там вот был главным государственным тренером СССР и России, и главным менеджером. В общем, вот это все переплелось. Значит, здесь мне накидали вот от Максима эту тему. Начнем с того, что как плавали раньше. Вейсмюллер, Джонни. Кто-нибудь видел фильм «Тарзан» с Джонни Вейсмюллером вообще? Нет? Ну, можно купить, он сейчас продается. Я на Горбушке купил. У нас 4 серии было, а вообще снималось там 4 актера. Томми Хаммерсет погиб, поспорил на 7 тысяч долларов, прыгнул со скалы в Мексике 40-метровой и не сумел спланировать до залива. Упал, ну, 10-этажный дом. Ударился плечом мертвого. Джонни Вейсмюллер, король кроля, выдающийся пятикратный олимпийский чемпион. В плавание его привело расстроенное здоровье, был там какой-то компенсированный, как сейчас пишут, порок сердца. Ему врачи прописали, и вот это был выдающийся пловец. Фильм «Тарзан» тогда им бредили, и вот появились после этого фильма «Тарзанки», знаете, такой вот это над дерево, над водой, вот на этой веревке. Все орали, как это, крик обезьяны. Там снималось, кстати, 4 киноактера, вот этот крик издавали, озвучивали. «Тарзан от обезьян». Ну, знаете, рекомендую посмотреть, сейчас, конечно, не так. Ну, так вот, его кроль был уникален, когда показали этот фильм. Вы знаете, когда он плывет спасать сына к водопаду, это казалось что-то невероятное. Он плавал первый, кто из минуты вышел тогда, но сейчас... С этим результатом там 52 сейчас плавают женщины. Но если учесть, что плавали в холодной воде, что плавали в трикотажном купальнике, что были открытые повороты, не было волногасящих дорожек, то человек и сейчас мог бы плыть. Рост его был где-то 1,83 м. По тем временам, когда у нас средний, в 40-е годы средний рост москвича был 162 сантиметра, а он 1,83 м, он в этих фильмах на голову выше всех, и с моста прыгает, и орет. И трюки, которые он делал, эти акробатические, по лянам скакал, и как они там со львом дерутся, это же очень опасно, со львом. Вот, я был знаком, ну, довольно тесно с людьми. Вы, наверное, видели «Приключения итальянцев в России», вот это необыкновенное. Вот тот, кто в кудрявом парике там ездил, и все, это вот мой был товарищ Ефимов Саша, он был друг семьи этих берберов. Ну, и он меня привел тогда к ним, значит. Он, ты, говорит, не бойся, он ручной. Смотрю, куртку переодевает, берет ножку от стула, вот такую дубовую, и, значит, пошли в комнату, вот этот лев. Значит, лев его полез лизать, значит, лизнул, тот достал тряпку и вытирался полчаса. Лев меня лизнул, я с ним, значит, тоже это, обнюхался. Ну, вот у меня были вот такие болячки, вот показывают, когда львов, они лежат и там лижут это мясо. У него как наждак, язык просто вот снял вот эти вот шкуры и все. Ну, вот этот лев, я почему про Вейсмюллера, это нельзя давать ему схватить. У него такое устройство пасти, если он в шутях схватит, то выпустить без повреждений не может. А там кровь почувствует, что там может быть. Ну, там было интересно, собака Чапа, ежик там, это у них две кошки, вот. Ну, вот этот Джонни Вейсмюллер там с этими трюками, как они снимали тогда с этими львами. Черно-белый фильм, очень хороший. Пожалуйста, на этой, на Горбушке есть. Я там еще отвлекусь. Подошла старушка, я искал этот фильм, и спросил «Белоснежку и семь гномов». На что продавец ей ответил, значит, вам какую, порнографическую или эротическую? Она, нет, мне говорит, для внучки.
Давно это вот туда идите. Так что так сейчас поменялись эти приоритеты. Так вот, Джонни Вейсмюллер. Его кроль был долгое время классическим. Значит, как он греб под водой. Главный грибок – подводная часть. То, что сверху, так вот, это самый короткий путь, когда, видите, мы, кисть идет вдоль туловища. Хотя немцы вот так по дуге-то длиннее путь, да? Чем вот так вот сделать. Джонни Вейсмюллер плавал вот этим кролем прямой рукой. Вот так его рука шла здесь. Ну вот посмотрите, здесь он себя приподнимал, здесь он себя продвигал, а здесь он себя топил. Поэтому появился другой способ кроля. Причем он плавал с поднятой головой? Ну, голова у него, да, это ватерпольным стилем таким. Вот. Значит, из чего состоит вот эта техника кроля? Ну, у вас сложности какие, вот я предвижу. Во-первых, я просто не знаю, надо подумать, как тренировать. Что вам делать? Вы можете, когда поплывете, схватить блина, как говорится. Знаете, когда вода попадет сюда, откашляться будет очень трудно. Значит, что нужно делать, как поднимать. Потом, когда вы тренируетесь, вам надо периодически поднимать голову. Вот это у вас другой стиль будет, чтобы ориентироваться, иначе вы не туда уплывете. Это мне знакомо. Почему? Потому что мы в подводном спорте так выкидывали три боя туда, 500 метров и назад. И шла только драка, и когда плывешь, по 8 человек запускали, надо было смотреть. То есть это совершенно другой немножко способ. Первое главное, из чего вот этот вот кроль состоит. Кроль самый быстрый, в общем-то, способ. Хотя вам бы брасом уметь еще плыть. Потому что иногда и отдышаться надо, и посмотреть. Но там довольно сложное движение ногами. И он противоестественный с точки зрения физиологии. Когда ноги резко бьют, руки в это время надо плавно выводить. А у нас перекрестная координация. Пошли быстрее, руки быстрее. Пошли медленнее, руки медленнее. Вот, потом там зацеплять. Значит, может, мы еще вот коснемся способа плавания на боку. Это чисто военный способ, который во время, вот перед войной, и все в обучении был такой сделан, все союзное военное обучение. Но он был предназначен, и разряды были для того, чтобы переправляться через реки. Я могу сказать, что у нас где-то 60% эти данные официально не публикуются. Солдат во время войны погибли не от пули снарядов, солдат и офицеров. Они просто утонули при переправе форсирования вот этих мелких речушек, 15 метров. Рост 1,62 м, значит, глубина 1,80 м, становилось 40-й. Это еще в одежде, в сапогах, патроны, там, автомат. Вот, и чисто вот от этого просто погибали, они тонули массово. Я уж не говорю, когда какой-нибудь Днепр там форсировать. Вот, значит, вот эти вот варианты, значит, плавание на боку, там одна рука впереди, вот она плот толкала, а плывете на одной руке, как Чапаев. А ноги тут вот делают эти движения. Но кроль самый быстрый, самый, в общем-то, ну, экономичный, пожалуй, потому что брас более может быть экономичный, но крупный, но там от ног очень много зависит, крупная группа мышц, расход энергии большой. Значит, еще стоит первое, это положение тела правильное, вам надо принять в воде. Если вы будете плыть и вот так вот вилять, вы будете увеличивать поперечное сечение. Значит, вы должны ровно лежать, да, на воде. А второе, вы должны использовать как можно большую площадь весла, вот это вот, цепляться за воду. Вот, новички работают в гораздо более высоком темпе, чем мастера спорта. Но они не гребут, они вот так вот там делают что-то такое. То есть нужно зацепиться. Я тогда вот рисовал это дело, давайте я сейчас тоже изображу каким-нибудь красным или синим лучше. Синим. Значит, есть универсальная такая вещь, как оценить технику у спортсмена. Ну, вот он плывет в ту сторону, да? Значит, приделывается лампочка неоновая обычная, ну, там даже батареечка маленькая, сюда, и снимают вот отсюда сбоку. Вот бывает вот такой вариант. Вот этой траектории лампочка. Бывает вот такой. Какой из них более техничный у человека? Это сразу нам на несколько вопросов ответ получите. Ну, что вы, давайте как в виде дискуссии. Вот это более техничный, да? Вот это более техничный. Правильно, почему? Потому что рука практически с водой остается. Да, то есть он здесь зацепился. Вот здесь он прорвал воду. Рука пошла, здесь он зацепился, а сам проскользил просто по поверхности воды. То есть вот это вот
основополагающее. Первое – положение тела, и второе – как можно больше гребущей, значит, поверхности. Что еще надо здесь запомнить? Вы должны использовать крупные группы мышц для того, чтобы грибок был эффективным. Он должен быть с ускорением. Каким образом вот эти вот крупные группы мышц использовать? Значит, для этого еще помимо этого вы должны делать вот такие вот движения. То есть у сильнейших до 90 градусов они поворачиваются под водой. Если вот так поплывете, ну, грудные будут мышцы работать, а здесь уже будет работать спина. Это как в борьбе, в любом виде спорта. Вот сюда на отведение, вот это движение, работают всего две мышцы. Дельтовидная и надосная. А сюда вниз 8 групп мышц. Вот здесь надо их использовать. Итак, первое, значит, положение тела. Как учат плавать обычно? Ну, большинство в мире учат плавать именно с кроля начинают. Немцы в ГДР, они начинали учить плавать со спины. Я тоже это делал, я около 6 тысяч детей научил плавать. Это удобнее, сидеть и не бояться, вот эти вот маленькие, которые в лягушатнике. То в первое занятие он вам 25 метров проплывет. Надо его положить на спину, дать ему доску, прижать к животу, палочку ему, чтобы он попу вниз не опускал. И работает он только ногами с доской. Потом отпускает доску, продолжает лежать, и он уже у вас поплыл. Дыхание не надо отрабатывать. Но, конечно, опасно, он хлебнет, запаникует рядом с палкой. Но у меня просто необходимость была, положено было 12 человек группу, а продавали абонемент 38. Но мне надо было от них избавиться как можно быстрее, от этих детей. А как избавиться? Научить их плавать и передать в детскую спортивную школу. Там приходили, забирали. И, значит, через месяц остается их человек 8. Потом, значит, я снова допродают абонементы. Ну, мы получали хорошие премии там. По 300 рублей в квартал, это были хорошие деньги. Это были 60-е годы, еще там начало 70-х. Вот. Значит, начинается обучение с чего? Кролем обычно. Сначала, ну, давайте я вам вот так вот, чтобы вы тоже представляли, делают упражнения на суше. Значит, вам вот это, чтобы поставить хорошую технику, ну, необходимо дома, вы намного быстрее научитесь правильно грести, если будете работать перед зеркалом. То есть, что такое зеркало? Вы к нему лицом повернулись и начинаете работать. Вы же смотрите, что вы делаете. Запоминаете движение. Повернулись боком, тоже зацепить. Потом дальше отталкивание, вытащить эту руку. Вы можете смотреть. Кроме того, вам здесь легко сделать будет. Вот вы можете выдох сделать длинный и вдох в конце грибка. Захотите, можете сделать в начале. То есть, все это легко отрабатывается. Значит, первое, вы должны... уже это поняли, принять положение тела и вот эти вот тренировки делать перед зеркалом. Очень много. И правильное положение тела легко принять, не провязать животом. Посмотрели боком. Потому что вот это вот очень важно. Значит, как учат на суше обычно движение, ну, сначала просто они прямыми руками, потом начинают они подражать, если уже тренеру, как правило, если он правильно показывает, дети у него быстрее тренируются. А если у нас была, она вот так баттерфляй изображала, там, ну, у нее и дети также плавали. Поэтому лучше не показывать, если правильно не можешь показать. Значит, потом работа ног. Работа ног, ну, как вы представляете, обычно прямыми ногами, да, говорят, работать. Ну, прямыми вы далеко не уплывете. Кстати, взрослые люди, я сколько раз наблюдал, когда эти абонементные группы взрослых людей вечером, он ногами работает с доской и плывет ногами назад. За счет чего? Они работают вот так вот. И преобладает вот это вот движение. Значит, нога должна иметь, ну, грубо говоря, вот такое хлыстообразное движение. Расслабленная нога. И вот это вот движение тоже надо отрабатывать. Но вначале садитесь и свешивают ноги в воду и работают вот так вот, чтобы это было. Если у вас голеностоп не очень гибкий, что бывает, особенно у мужчин, то особенно ноги вам и не потребуются. Тогда надо просто делать отдельные удары, чтобы они не тонули. Потому что плыть вам придется за счет рук. Нет смысла. Огромная группа мышц, вот эти мощные, крупные, будете молотить, а движения вперед практически никакое. Голеностоп у лучших пловцов, он превышает 180 градусов. То есть кладут ногу вот так, грубо говоря, на подоконник, носок оттягивают, касается, вот если он, то бортика это 180. А Стасик Комарова у нас вот клала на эту ногу, такая спинистка, и у нее носок вот сюда вот уходил аж, вот так. Вот, голеностоп можно
гибкость эту развить, есть куча упражнений, знаете, становитесь на колени, приподнимаетесь, качаетесь. Но тот, у которого от природы вот этот голеностоп будет, и второй, который до этого же градуса натренирует себе гибкость, он все равно проиграет тому, у кого от природы по быстроте. Значит, поэтому на ноги особо обращать внимание, как, Владимир Евгеньевич, согласны? Не надо, значит, на руках. У вас будут двигаться в основном ноги. И двухударный кроль, им плавает очень много сильнейших пловцов мира. Был Стивен такой Холланд, в 15 лет чемпион мира. Там, когда он выиграл первый раз, в 74-м году, по-моему. Он, значит, вначале просто ноги вот так у него, ну, равновесие поддерживал. Потом у него появилось хлыстообразное движение. Четырехударное бывает. Классический кроль Вейсмюллера – это шестиударный кроль. Значит, как отрабатывать положение тела в воде? Есть хорошие упражнения. Это желательно соревновательную обстановку сделать. И это упражнение входило в первую программу первых Олимпийских игр. Скольжение как можно дальше без работы рук и ног. Кто там, Хаеш, по-моему, выиграл, это венгер тогда на первых Олимпиадах. То есть оттолкнуться от бортика, принять обтекаемое положение. Ноги, значит, приподнимают, ставятся параллельно, вот три точки. Надо совместить плечи, таз и пятки. И делаете толчок. И скользите. Значит, что у вас будет получаться вначале? Вправо-влево будет вас к дорожке прижимать. Потом вас будет, вот, вполне вероятно, значит, вертеть вот так вот. Потом будут тянуть ноги. Ну, ноги просто надо напрячь мышцы спины немножко и так придержать повыше. Это потренироваться, как бы опереться на грудь. И будете лежать. Ну, вот если будете скользить где-то метров на 14, на 15, это будет очень здорово. Значит, правильное положение тела. Дальше. Работа рук. Ну, вот это вот движение, оно самое короткое. Кистью, видите, практически по прямой. Хотя можно и так. Немцы, вот Кристин Отто, такая немецкая пловчиха, 6 золотых медалей, например, на Олимпиаде в Сеуле, она вообще прямыми руками плыла. Потому что главное – грибок, подводная часть грибка. Вот, техника. Техника не может, вот говорят, надо стабильную технику. Она не может быть стабильной техникой. Почему? Потому что, ну, вы занимаетесь в зале, или спортсмен тренируется, он становится более сильным, значит, приобретает качество, и что со старой техникой он это не реализует. Любая новая сила требует изменения в технике. Либо удлинить немножко грибок, либо сделать быстрый захват, либо, как у нас Вениамин Тайнович, такой олимпийский чемпион в эстафете. У него третий полтинник выпадал, он 200 метров плавал. У него просто были слабые мышцы кисти. И вот на третьем полтиннике он просто, ну, интуитивно, ему так легче было. Взяли, подкачали ему эти кисти, знаете, накручивают, когда через блок груз, и он, значит, прекрасно стал ее удерживать. Иногда от таких мелочей зависит. Значит, вот это вот скольжение. Дальше обычно скольжение делают упражнения, где дополняют работой ног. Если это получилось, то уже плавать можно будет с доской. Для чего? Значит, здесь надо порядка получаса вам плавать в очень медленном темпе. То есть не сильно. Почему? Потому что ваше энергообеспечение должно быть жировым энергообеспечением. За счет жира в два раза выгоднее, чем за счет углеводов плыть. Один грамм жира, там эти калории, я не буду сейчас эти цифры, 4,3, там 9,3 килокалории. Значит, если вы начнете, как это делает у нас в плавании, происходит, девочки, происходит пубертатный скачок, то есть, ну, половое созревание, второе пубертатное. Обычно оно чем сопровождается? Увеличением веса тела, смещение, значит, бедра начинают расти, смещение центра тяжести ниже, падение относительной силы, скачок веса, потом подсыхает она. И у него вот она вот другая техника. Плюс эти лишние килограммы, а там килограмм 6-8 бывает, она может набрать за месяц, когда вот этот цикл устанавливается. А тренер говорит, давайте 4 по 200 разминка. То есть 200 баттерфляй, 200 на спине, 200 брас, 200 кур. Она на этом баттерфляй как проплыла, все, до расщепления жиров уже не дойдет. Надо прекращать примерно на час, потому что не будет. Поэтому интуитивно, вот я тогда говорил здесь, когда тренеры ваши были, такая Лидия Петровна Креер, плавают у нее девочки кролем по 1,35. Ну, когда там по 56 они имеют тогда результат Царева.
А Войсковский, тогда главный тренер, был, он говорит, спрашивает, для чего они у тебя плавают? Ну, а как для чего? Для объема. Ну, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Она интуитивно как раз нашла вот этот вот способ. Расщепляться за счет жиров, вот это вот, за счет расщепления жира, где-то требуется не менее 30 минут мягкой работы. Тогда доходит. И в течение где-то полутора месяцев до этого дойдет. Если это не сделать, то вы будете на углеводах. Значит, мы ставили вот эти бадью такую дежурную, разводили там литров на сколько? На 30, да, этот бак. Углеводные напитки ставили, и что происходит? Они просто спортсмены вылезали и кружками начинали восполнять эти углеводы. И на почки нагрузка, и на все что угодно, а не шло это дело. Так было с Ларичевой тогда. У Кузьминой пока не разобрались. Такая девочка у нас 5 золотых медалей на универсиаде тогда взяла. Вот, то есть, значит, поэтому плавать на ногах с доской – это полезно. Крупная группа мышц, тренируете, но на невысоком пульсе. Где-то пульс, ну, за 10 секунд обычно уберут, чтобы он был у вас, ну, так, 24 где-то. Вот если вы полчаса поплаваете, на ногах надоест, да? Значит, тогда хотите разгрузить сердце – плавайте на руках. Группа мышц поменьше здесь, правильно? На руках. Причем как? Значит, положение тела вы освоили, да? Скользить, потом плавать без доски на ногах. Когда у вас доска, надо ее брать за задний край, за ближний к себе край. Обычно любят так залезть сверху и начинает плыть. И делать выдох в воду. Поднимая голову, делать вдох. Акцент на что? На выдох. Выдох на 3 счета, вдох короткий, на 1. Устаете, сакцентируйте внимание на выдох. Резче выдохнули, больше будет легче плыть через какое-то время. Вот это второе дыхание. Значит, вы должны это освоить. Можно голову вперед, можно голову в бок поворачивать. Когда вы плывет, ну, квалифицированный пловец, у него рот находится ниже уровня воды. За счет головы здесь образуется ямка такая. И он только край рта делает. Потому что поднимание и все остальное, ноги начинают тонуть. Ну и в результате плохое положение тела. Ты знаешь, какие упражнения дальше? Вот это ваши будущие тренировки. Значит, чтобы грибок поставить, вы можете вставить сюда либо доску, либо сейчас продаются такие колобашки, двойные, связанные веревками, чтобы ноги не тонули. И вытянули руки. Я вот здесь предлагаю, трубку можно надеть, ну, как у подводников, знаете, да? Тогда не надо вертеть головой. Значит, здесь акцент у вас на грибок одной рукой, туда, одной правой рукой. Значит, старайтесь зацепиться за воду большей плоскостью, и вы должны испытывать ускорение. Вы сразу это увидите. Можно поочередно одной рукой, второй рукой. А вообще руки должны быть вот в разном вот таком положении. Идеально. Хотя есть сопережение, плавает вот и так. И Вейсмюллер так плавал. Но здесь вот как колесо запущенное, будет легче. Значит, плывете. Акцентируйте внимание на продвижении. Здесь вы можете уже сосредоточиться на одной руке, значит, зацепиться более крупной группой мышц, как у вас будет получаться. Дома можете, ну, найти эти резиновые спандеры. Раньше в аптеках продавались, они не очень хороши. Мы закупали за валюту тогда эту резину. Она растягивалась примерно в 3,7 раза с большим процентом каучука. А здесь 0,7. Значит, и дома вот так же посмотрите, какие у вас группы работают. Увидите, что вы можете в 3 раза, в 4 раза его сложить, в 5 раз, когда почувствуете вот эти вот мощные движения руками. Значит, туда на одной руке, назад на другой. Потом можете убрать колобашки, удерживаете и плывете. Ну и плавание в полной координации. Это когда с вдохом-выдохом. Вам не обязательно под две руки дышать. Пловцы делают, надо наблюдать еще с соперником иногда. Поэтому центровая дорожка лучше его ставить на четвертую, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8. Так располагается вот свиньей. И поэтому говорит, а кто на четвертую, тот лучше плывет. Правильно, так он и отобрался, как правило. Хотя бывает, как у нас Коротышкин по первой дорожке дважды выиграл. И чемпионат Европы, и серебро на Олимпиаде, по крайней. И на Олимпиаде в Сеуле, пока Поленский Игорь наш на спине рубился с этим с Берковым. В это время по шестой там дорожке выскочил Сузуки. Пока не рубились, этот взял и выиграл. Вот. А утром мировой рекорд у этого Беркова
И мы когда посмотрели, поняли, что ему, он у него отыграет за счет ныряния он тогда. Полянский тоже нырял под водой. Мы уже знали, что это запрещено будет ныряние после Олимпиады. 50 метров, так раньше с брасом делали, потом разворот, и еще метров 30 добывало. Полянский был длинноногий, а под водой быстрее плывут коротконогие. Но у дельфина ноги короткие. Тот шел просто за счет этого быстрее. Ныряльщики. Вот, значит, положение тела сделали, работу рук, работу ног отработали, мышцы крупные включили, да? Что еще остается? Скоординироваться, вот это вот координация движений. Опять, вам же время не важно, в принципе, да? Поэтому есть очень хорошее упражнение, но для этого надо делать специальную протяжку. Вы знаете, первый раз мы когда установили это система лидирования. Просто у нас там рассчитал один тренер на этой машинке быстрица, электрический, конуса. И там можно было устанавливать, значит, сделали вот такой диск, просто в середине поменьше диаметр, сверху два склеили, это по ней леска бегала. Туда просто палка на ней, на подшипнике. Вот это, с этой стороны был мотор. И обычно на нее надели этот кусок резинки красной, от этой фрикционной передачи за счет трения. Крутили и запускали. И была группа флажков, так метров по 3-4, значит, она через 10 метров. Запустили спортсмену и поставили только одну задачу. Постарайся плыть вот с этой скоростью, которую зададим, и тратить как можно меньше усилий. А потом мы потихонечку добавляли эту скорость, не говоря это спортсмену. С первого раза, Владимир Евгеньевич, 2 минуты с 3000 метров скинули с личного рекорда они. Это сделать, в принципе, вам несложно. Нужен двигатель синхронный. Они обычно асинхронные. Синхронный, чем выше напряжение, тем быстрее движок. Чем ниже, тем он медленнее крутится. Ну и отградуировать его. Есть сейчас и системы электронные, знаете, эти, в трубе под водой. Но это легко сделать, любой из вас может. Мотор, но, естественно, не больше, чем 24 вольта в бассейн. Убьет же, если там дальше-то будет. Да. А вы зря смеетесь. Вы знаете, это португальская команда футбольная в 66-м году полностью погибла, кроме Эйсебио. Он умер в этом. Их ведущий. Они купили систему электромассажа, замкнуло. И в бассейне всплыла вся команда насмерть. Да. Вот, вот такой Абсалямов был у нас начальник управления, замдиректора ВНИИФКа, начальник управления плавания, начальник главного управления. Он когда писал диссертацию, он в бассейне, где я работал. Вот он сделал этот, у него таскал только надутый шарик туда-обратно. И у него этот мотор 220 вольт упал в воду, сорвало. А там водолазы, значит, у нас этот дворец подводного спорта назывался, где была и водолазная. Так они как повсплывали все, ну хорошо его коротнуло. А ведь могли... Он спрятался на всякий случай, да, они не разобрались. То есть это тоже надо иметь в виду. Вы можете от аккумулятора, даже 12-вольтовый. Вот это здорово просто, потому что по-другому заменить это чем-то, ну, сложно. Дальше для тренировок вам, чтобы вы могли прогрессировать, понадобится, если вы захотите, вот эти лопаточки продаются. Но они трех видов. Есть на кончике пальцев, вам вот это вот, которое на ладонь. Ну и здоровые, еще сам с направляющими, которые принудительную траекторию дают. У нас их, по-моему, не продают. Турецкие изобрели, они с Поповым продают их там за границей где-то. У нас нет. Вот. Почему? Потому что вы увеличиваете сопротивление, то есть вы большей плоскостью, то есть диаметр весла. Когда вы снимаете лопаточки, вам очень легко будет плыть. Очень хорошо для тренировок использовать ласты. Ну, обычно вот подводники эти покупали ласты, вырезали вот эти пятки и перевертывали их вверх ногами. Потому что вот эта вот конфигурация, когда ласта вверх ногами, она более лучше двигает его. Мы просто вклеивали туда кусок губчатой резины, чтобы не натирать ноги, и вот делали так. Потом стали уже удлинять их. Сначала стальные, потом титан в этой плавиковой кислоте или фрезеровали его, потом пошел стеклотекстолит. Сейчас плавает. Это вам не надо. Обычные ласты, не очень большие. Почему? Потому что опять крупная группа мышц дали нагрузку, но не больше 20-25% за тренировку. Просто для плавания. Для вас, может, и чуть побольше. Потому что, когда снимаете, ногами начинаете так молотить, что
Но общую нагрузку он дает очень хорошо. Вот по кроле. Что еще там в кроле? Ну, для общей координации другими способами надо тоже уметь. Значит, в том числе плыть на спине. Хлебнули вы вот это вот, поймали блина, значит, волну. Она когда попадает туда, в легкие, очень трудно откашляться. Сходит с дистанции, бывает, и на этой. Значит, надо перевернуться на спину, отдышаться хотя бы, откашляться. Значит, надо уметь хотя бы руки вдоль и просто отдышались. Значит, тренировать это тоже можно, я вам говорил. Сначала с доской, потом руки по швам, но потом уже, когда будут руки за головой, это уже вы хорошо можете плыть тоже. Брас. Ну, как получится, у вас времени просто на это не хватит, у вас всего полтора часа. Вам надо, в принципе, плыть там где-то чуть больше часа, около часа, за счет течения, да? Правильно? То есть, ну, значит, вы это должны делать. Здесь вспомнить, наверное, целесообразно систему Лидгерда, это легкая атлетика. Вы, наверное, не помните, а вот в 60-х годах, в конце, был такой бум по всей стране. Вышло две книжки «Бег ради жизни» Гард Гилмор и Артур Лидьярд, новозеландский тренер. И вторая книжка была «Бег к вершинам мастерства». Плюс потом «Без труб, без барабанов» – это Питер Снелл написал книгу. Три золотые медали на двух олимпиадах в легкой атлетике. Все из Новой Зеландии. Причем все они тренировались у одного тренера, и все они из маленького поселка. Барри Мэгги, Мирой Хальберг с парализованной рукой и парализованной часть тела на 10 километров, олимпийский чемпион был. И Питер Снелл, который, в общем-то, на легкого атлета не смотрелся. Очень здоровые икры были, нелегкие ноги, как вот эти негры. Знаете, я тогда помню, в 75-м году у нас был, мы много в горах тренировались, была главная спортивная база «Цкадзор» в горах. И тогда 300 человек тренировались кубинцы. К панамериканским играм им дали все лето. Вот понимаете, если это толкатель контидра или штангист, это громила бычара просто. Он идет, он напоминает быка, только кольцо ему вставь, вот сами эти белки глаз. Если бегония, это газель. Легкие ноги, узкое такое туловище и все остальное. И вот настолько у них легкие эти ножки. Была знаменитая Вилма Рудольф, бегунья, три золотые медали на Римской Олимпиаде. Она до 9 лет не ходила, у нее был полиомиелит, детский паралич. В 9 лет она научилась ходить. Получилась знаменитая черная газель. Причем она отыграла около 10 метров на последнем этапе эстафеты, принесла победу. Объединенная германская команда, тогда они выступали, была впереди. Достать на 100 метров столько. Вот это легкие ножки вот такие. Кстати, среди пловцов вот этот аргентинец, как он по короткой воде, Володь, выиграл в 2002 году чемпионат мира-то. Черт, забыл его. У него, видимо, тоже были ножки совсем тоненькие, но видно, что страдал он этим делом. Так же, как еще марафон, вот это не Ван Дейк, мы с ней тоже тренировались, с Ереневани, она плавала, девочка. У нее что-то были, сухие ножки. Ну, она на 10 километрах на эти дистанции плавает. Вот это им помогает. Так что в спорте, кстати, много таких случаев, когда ну, аномалия какая-то помогла человеку. Я забыл, был борец, который... Его на лопатки никто не мог положить. У него был сломан позвоночник, ладонь пролезает, и все его... И не могли положить это на лопатки, он не проигрывал. Был такой, был штангист, который... Все зависело от того, возьмет он на грудь или нет. Тоже последствия полиомиелита. Многие, значит, ему надо было, главное, встать. Вот. Значит... Всего четыре способа. Баттерфляй, ну, вам он не нужен, это тяжелый очень способ, когда работают очень крупные группы мышц, надо попадать в один коридор. То есть, ну, если там он, Владимир Ильич даст, кто-то захочет попробовать. Но трудно, очень трудно по технике. Обычно, что человек вот так вот плывет. А там надо, понимаете, представить, что вы червяк. Вы вот прогрызли вот этот ход себе, и вот куда у вас вошла голова, туда входит... Плечи, туда входит таз, и потом туда же ходит вот в эту воронку, в одну точку, и ноги. Я много просматривал в свое время вот эти кинограммы на монтажном столе. Была такая Карен Моу, олимпийская чемпионка, девочка, одна нога у нее сантиметра на 4, короче, легкие ноги. Вот она баттерфляем была бабочка, баттерфляй, да? У нее вот абсолютно точно все входило вот в эту точку. Маленькие ручки, тоненькие. Вот. Есть еще, ну, обтекаемость.
были съемки журнала «Зоология» такой. Вы знаете, эффект дельфиньей шкуры такой слышали, может быть, да? Ну, где-то у человека, если разогнать до 3 метров в секунду, особенно у женщин, на животе появляется поперечные складки, волна. И сопротивление падает раза в полтора примерно. Это съемки делали тогда в бассейне, их, значит, за ноги подвешивали. И голых, значит, девочек снимали, плавали, бросали в воду, они там туда. И вот этот эффект дельфиньей шкуры появлялся. Но у нас была вот пловчиха Сутягина Наташа. Ручки тоненькие, все. Она в раздельном купальнике в Сиреневой ванне. Я обратил внимание, она просто одна отталкивается так вверх, знаете, как отдых. И у нее появлялся на более вот маленькой скорости. Стало понятно, как она с этими тонкими ручками, и рекордсменка страны была, и чемпионка Европы даже была. Вот. Ну, кому повезет, это эффект дельфиньей шкуры будет, значит, будет. Теперь, собственно, сами тренировки. 50, 60, а может 70% зависит от того, как вы будете питаться. Мышца растет когда? Во время отдыха. Что вы для этого приняли? Значит, я помню один тренер из сборной страны, как раз мы были в этом, в Наваи, на Узбекистан, представляете? Фрукты, все здорово. Он вечером, ты, Наташа, не ешь, здесь ничего, только фрукты давай. Ну, а фрукты и молотит. Значит, если вы от 45 минут до 1,5 часов после того, как набрались фруктов, не дадите нагрузку, они перейдут во что? В жиры. Вот и все. Мы тогда поспорили с ним. Карпинская такая была. Но оба были неправы. Я говорю, что у тебя, он едал в зале нагрузку на ноги. Там у нас был тренер по физподготовке из атлетической гимнастики. Председатель Федерации атлетической гимнастики Латвии. Ему надо было отсидеться, там ему тюрьма грозила. А обвинили в этом, в антисоветской деятельности. Но они, знаете, помимо того, что у них конкурс красоты, они какие-то шаблоны, значит, ставили на задницу, извините. Полукруглые, не полукруглые, это дополнительный балл. Вот его обвинили. И он, значит, у нас 2,5 года отсиживался от гонений, которые там ему грозили. Он передал своих девочек в борьбу. Из 8 девочек, 7 через год с небольшим стали чемпионками мира. Вот вам. Что такое сила? Никуда она не девается. Они культуристки были. Ну и вот он нагрузил наш тренер, ей ноги последние. Потом вот это, да, я говорю, у тебя точно, значит, будет около сантиметра обхват утром больше. Нет, не больше, у меня будет меньше. Не более там 0,3. Поспорили, я был тоже неправ. 1,8. Она набрала бедро. Вот за счет фруктов. Значит, есть перед сном там лучше белки все-таки. Ну и жиры даже. Сыр. Кстати, мы тогда говорили, король продуктов, вы знаете, вот козий сыр. В 2 раза меньше калорий, питательных веществ в 2 раза больше, усваиваемость. И у них за рубежом практически во всех крупных магазинах есть отдельный отдел козьи, овечьи сыры. Ну, если у вас есть материальные возможности сыр покупать, то он вам поможет. Молодой сыр намного лучше, он быстрее усваивается. Наши эти адыгейские и все остальное. Молочно-кислые продукты. А так, ну, завтрак. Сейчас идут какие-то статьи, что овсяная каша вредна. Вы знаете, к любому этому надо относиться с большой долей скептицизма. Кто-то нанял, кто-то заплатил. И давай, и начинают врачи там, что только не рекламировали, но кажется, что это не надо. Вообще ничего сжать нельзя сейчас. Если вот послушать эти передачи по 4-му каналу, белый яд, красный яд, черный яд, это икра там и все, сахар. Ну, люди, англичане едят овсянку обязательно утром. Значит, как ее готовить? Ну, лучше замочить с вечера, утром быстро приготовить. Ну, на воде, но можно с молоком, много не класть, чтобы она не надоела. Просто берите в один день там какое-нибудь сливовое варенье, добавьте в другой день джем какой-нибудь, в третий день там какой-нибудь клюквенный или крыжовник. Обычно делают это. Очень хорошая вещь, вот эта смородина, ее обычно в мясорубке прокручивают, знаете, да. Но это совершенно другое, если вы в мясорубке. Высокоуглеродистые вот эти ножи и сетка, они очень сильное окисление дают. Витамин С там уходит. А вот если вы толкушкой в деревянной посуде, в деревянной толкушке, и потом это перемешаете, закатаете, вы когда откроете эту банку, запах будет смородина на всю квартиру, эту квартиру. Значит, лучше делать, то есть кто учтет больше мелочей, то лучше.
Поэтому я, например, мы на чем выросли? У меня 45-й год, ребенок после войны, 18 июня, там, 9 мая, День Победы. Утром вот эти две намазывали, делали эти банки, два бутербродика, потом в школу, в школе никаких там питаний не было. Приходили, первое суп, второе там какая-нибудь котлетка с макаронами и кисель. Чаще всего редко компот когда. Но человек зубами копает все могилу. Мы не переедали, что называется, или там грубее не пережирали просто тогда. Сейчас же вот это все от того, что высококалорийная пища. Шварценеггер пищу, которую в Макдональдсе он называет какой-то там преступной жрачкой, очень-очень грубо он говорит. Ну, действительно. Вы посмотрите американцев, когда показывают, сколько у них вот таких вот ходит. Особенно негритянок, женщин. Это их углеводная диета, которую они пропагандировали. В результате у них там большая проблема с населением. Потому что нездоровые дети уже рождаются с сахарным диабетом, все от углеводной. Вообще есть, существует простая подсказка. Можно любые диеты и компьютеры рассчитывать, неэффективны. Есть такой западногерманский физиолог, он был врачом футбольной сборной, Раш. «Питание спортсменов» у нее книжка, но она ее сейчас, хотя в интернете можно найти. Он просто говорит, чем больше компонентов вы будете есть, тем более разнообразная пища, тем лучше организм сам отсеет, что ему надо, а что не надо. А вот однообразная пища, наблюдение над женами дипломатов, вы знаете, что делают? Выезжают там в Америку или куда-то, набирают с собой 30 кг овса, делают кашки, едят и за год 30 кг прибавляют вес. Однообразная пища приводит к увеличению веса. Организм просто начинает вот привыкать, усваивать, не выбрасывает. И приезжает гражданка через год, а у нее там, извините, уже в ширину она развелась. И во все это дело. Это неприятно. Значит, больше. Знаменитая Шейн Голд, королева кроля, австралийка. Она весь кроль выиграла на Олимпиаде 72 года в Мюнхене. И еще в комплексе была бронзовый призер. Она, у нее все мировые рекорды были кролем. Ее завтрак, одно блюдо только – включал 16 компонентов. Все туда. И масло, и то, и другое, и третье. Ну вот, видите, ну, что надо, у него усваивалось. Конечно, у нас по сравнению с Западом гораздо хуже это питание. У них все-таки свежие фрукты, овощи. У меня несколько знакомых, которые... Вот один сын моего приятеля покойного уехал в Таиланд. И там здесь продал квартиру, там купил дом. Я говорю, дом у тебя одноэтажный, двух, зачем четырехэтажный? Еще осталось с этой квартиры, и он на 4 этажа веранду. Потом сделал оборудование, и там пельменями торгует. Когда наших туристов было, вообще вот так вот жил. Ну так с чем он питается, вы понимаете? Ну у нас фрукты сколько стоят сейчас? 250, там, да, килограмм. Ну а там где-то наши деньги 15 рублей. Завались свежие фрукты. Также мы питаемся... Когда вам пишут, что охлажденное мясо, рыба, не верьте, нет охлажденной. Охлажденное – это после забоя не более 6 часов должно пройти. А у них во всех городах это действительно. Я помню, Флоренция, жара 45 градусов, там было у нас первенство Европы. И мы пошли на рынок рано утром. Ну, разница в 2 часа, в 3. Поэтому мы вставать рано привыкли, а там-то это, у них 6 часов, у нас в Москве уже 8. И вот этот рынок, вы знаете, во-первых, прохладно, ободранные туши, с которых капает кровь, которую вот забили только-только. Рыба вся в этом во льду, она свежая. Мы такое получить не можем. Значит, что заменять-то? А вот рыба, особенно когда она заморожена-разморожена несколько раз, то, ну, она не полезная. Смотрите, всегда в пакете есть много инея вот этого льда, значит, эту рыбу не берите. Вот. Так это мне подсказка. Но что еще? Мясо. Ну, порядка 6 часов мясо переваривается, да? А если у вас, скажем, вы поели, тренироваться через 2 часа, будет тяжело. Поэтому вообще тут руководствоваться можно подсказкой. У нас вечание Аркадий такой, спинист наш знаменитый. Ну, 2 метра ростом, берет 5 кусков мяса. Это Сьерра-Невада, это гостиница, где мы жили, шведский стол.
5 штук вот такого мяса, через 4 часа тренировка все это жрет, и ему потом тяжело плавается-то. Значит, да, а он еще фанатик, у него все время скандалы, из-за чего они расстались. Отец его тренировал, потом мать, что ты меня не дотренировываешь. Но тот не мог подобрать слова, которые нужно. Я его убрал тогда в 6 секунд. Вот Прилуков плавает же, но Прилуков стайер, а это спинист. Я, ну, Прилуков, ты плывешь за счет гликолиза, а Прилуков за счет окислительного фосфорилирования. Тот, значит, выпятил и пошел. Больше это убрал, и все, значит, надо скажите что-нибудь такое. Вот. Так что лучше есть? Значит, мясо, конечно, должно входить, но отварное печеное мясо лучше жареного. Да? Рыба, где белок, лучше мяса. Отварная рыба, ну, надо ее вкусно приготовить, суметь эти соусы делать. Лучше жареной рыбы. Морская рыба – спорный момент. Она вообще-то полезнее. Почему? Потому что все микроферменты в соленой воде, в этой рыбе их намного больше. Да? Но сейчас эта морская рыба впитывает то, что мы же загадили уже эти вот океаны-то. Вот эти, ну, теплоходы, сколько там выбрасывается всего это в воду. Они впитывают это тоже. Рыба, кстати, способна накапливать, вот как у нас москва-реки, в своем позвоночнике и в этом своем организме токсинов колоссальное количество. Но рыба намного лучше. Кстати, не факт, что вот эта красная рыба, осетрина, лучше селедки. Селедка очень калорийная, и не зря раньше заключенных-то кормили, чем воблы, потому что сушеные давали, а калорий хватало. Их когда гнали куда по этапу, там, на север. Все остальное. Вот это такой вот подход, да? Дальше фруктовые вот эти все соки. Они полезны, но если вы их сами отожмете. Завтрак Джеймса Бонда, где этот Роджер Мур играл. Стакан апельсинового сока и пирожное. Не случайно. Но это сок, который вот либо вручную отжимаешь на эти конусообразные, либо они с мотором есть, либо, как сегодня это Юлия Высоцкая с дуру показывала. Этот, ну, надо же знать, что зрители смотрят. Она разрезала, значит, пополам лимон и ножом с острым концом его выжимала. Вот так вот. Проткнуть ладонь, как нечего делать. Вот я проткнул себе. Не, это я... Сок я не выжимал. Но выжимайте ложкой. Она показывает миллионам телезрителей. Ну, начнут делать, сколько людей попротыкает. Ну, то есть надо соображать, хотя есть вот эти все, вот такие вещи. Сок отжатый. Там, кстати, куча автоматов было. Тоже злоупотреблять не надо. Знаете, интересно, на кнопку нажимаешь, у нас эти спортсмены, выкатывается апельсин, его захватывает такая на присосках штука, нож разрезает, и он так вот отжимает, эта вот штука сокращается. Ну, интересно же им. Второе, они этого там штук 6 стаканов, 7 дадут, тоже, ну, мера должна быть везде. Не надо, как говорили, 6,5 тысяч там калорий больших в день. Хватит 2,5-3, ну, сейчас есть и эти программы, в компьютер можете поставить в этот расчеты калорий, но, в принципе, ну, здравый смысл должен быть. Что у нас можно вот из продуктов питания? Ну, очень полезный продукт – гречка, только надо уметь его готовить, потому что плохо приготовлено, ее часто есть не будешь. Есть хорошая подлива, есть хорошее масло, есть хорошие приправы. Конечно, лучше соль вот эта вот на этих мельницах, так же, как и перец, и лучше смесь перцев. Это все тоже очень полезно, и надо и гвоздичку добавлять туда. Ну, некоторые дорогие вещи, как шафран, например. Но за рубежом очень много они этого используют. Едят они гораздо меньше. Значит, масло лучше растительное. Полностью от сливочного масла не надо отказываться, потому что, ну, я не буду называть это, печеночный витамин, так называемый, там есть. То есть все должно быть в меру, поэтому бутерброд никогда не повредит. Значит, утром кашку съели, вы знаете, не забывайте пить воду. Ни чай, ни кофе не заменит воду. Вода чистит наш организм, вода именно. Поэтому в день надо пить где-то порядка 2,5 литров, если вы тренируетесь, 3,5 литра воды. Значит, обычно не добирают значительную часть. Но какая вода должна быть? Значит, из-под крана, она, кстати, эта вода, которая из-под крана льется, она намного... значительном количестве случаев чище, чем та, которую в бутылках покупаете. Там та же вода, только из-под крана, из батарейного, может быть,
быть, и там соды добавили, и все. Она у нас годна для питья. Ну, вот у нас уже лет 12 или 13, наверное, изумруд четвертого поколения, который озоном. В природе все же очистка происходит, гниение, это озон, окисление. Там купил это я в этом оборонном заводе, знаете, этот дом на Ходулях за ВДНХ, да? Если со стороны проспекта Мира посмотреть, надо за него, значит, ну, пройти. И вот, что по правую руку. И первый такой переулочек, такой тупичок, сразу пройти, проходная там завод, на втором этаже продается. Он обычно просто вот в эту, в розетку. И надо только раз в месяц-полтора промывать, туда заправлять просто этим шприцом, таким 20-кубовым, ну, либо уксусную кислоту 10%, либо соляную. Там же соли там откладывается, она столбует. Промыли все. Самый лучший способ очистки берете во всех учебниках. Кстати, и водку очищать то же самое. Это вымораживание везде. Потому что дистиллированная вода, ну, Поль Брек пил или дистиллированную, или дважды кипяченую воду. Дистиллированная вода, она мертвая вода, в ней ничего там нет. Этого дела, она не выполняет свою функцию. Вода вообще странное такое, ну, как сказать, вещество, потому что никто объяснить не может, знаете, как во время крещенских морозов, как вот эту святую воду делали, пробивали прорубь на реке, творили молитву, туда опускали этот крест, вот отсюда набранная вода не портится год, из-под крана, говорят, в 12 ночи, вот до утра налили, она стоит 10, не портится. А рядом этот прорубь пробитая, ну, метров трех, которые вот не делали это дело, вода портится. Месяц простоит, полтора, и начинает вот это вот. Хлопья плесневеть она. Почему, не знаю. Вода записывает у себя практически, у нее в воде есть генетическая память, и если научиться расшифровывать, можно там информацию со времен динозавров получить. Значит, вымораживание, вода живая. Берете кастрюльку, мы делали дома с женой, я подрасчитал дело, трехлитровая кастрюля, она не должна быть эмалированной. Эмаль вся полопается, когда этот лед происходит. Значит, либо алюминиевая, либо из нержавейки. Наливаете воду, ставите в морозилку. Ну, я так подрасчитал, ставил с вечера, утром оттуда вынимаешь ее кастрюлю. Значит, там такой вот замерзший. Я подрасчитал так, что вот эта сердцевинка, она такая, ну, рыхлая, ее, знаете, ложкой можно было вычерпывать. Вот все, что в последнюю очередь замерзает, это все гадость, которая есть в воде. Дальше я просто подструю горячей водой, потому что просто многое растворилось бы, если бы дать ей полностью замерзнуть. Здесь несколько секунд. Значит, вся эта гадость, это по поверхности 6 миллиметра где-то. И вот эта сердцевинка. Несколько секунд вот так вот повыливали эту сердцевинку, у вас абсолютно прозрачный бублик такой изо льда. Получается, вот его, дайте ему растаять, попробуйте даже на вкус. И когда вот я готовил кофе, чай, говорит, как у тебя чай, как ты умеешь его заваривать там, или жена, это было от этой воды. Также водку, значит, очищать вот самогонку, ну, там, с помощью лома, русские только могут додуматься, я в интернете, но это потрясающая вещь, с помощью лома очистить самогон. Причем там 5-7 минут и получается чистейшее, там примесей сивушных масел нет. Просто квадратный лом вставляет его, ну, в таз вставляет кувшин, в него вставляет лом, а вода перед этим часа два, там минус 35 градусов, в трехлитровых банках стояла на морозе. Она не полопалась, потому что там спирт же. Первач надо сливать, там самые токсины, где-то литра два. И значит, он что делает? Он на этот лом начинает из этой банки лить вот эту вот штуку. Значит, что-то стекает в кувшин, а здесь моментально образуется лед. Вынимает его ножом, счищает опять туда. Ну, из таза потом наливает. 40-градусное по этому спиртометру получается напиток. Его проверяли там практически. Кстати, вот это вот самогоноварение, по этому же принципу сделается и виски, намного полезнее и чище самогонка, чем водку, которая сейчас спиртовой раствор. На 1,5 литра, значит, воды, литр спирта 96%, и получается. Вот такая вещь. Значит, вот эта вода, порядка 3 литра в день, если вы выпиваете, вы выйдете из организма вот токсины, все остальное восстановление у вас будет процентов на 25-30 лучше гораздо.
И не будет у вас отложений солей, не будет камней в печени, в почке, не будет онкологических заболеваний многих. Вот это я так подробно, потому что это очень полезно. Значит, козий сыр. Вот вода, овсяная кашка, да? Ну и понемножку всего остального. Колбаса копченая, ну, как лакомство. И колбаса такая, там туда такого напихает, что нет. Поэтому лучше покупать мясо, лучше самому готовить. И запечь его, и в этой мультиварке есть сейчас, и пароварки, и все что угодно. Так же, как и с рыбой, со всем остальным. Ну и гарниры какие. Значит, с мясом вместе. Желательно не есть вот это мясо и гарнир не совмещать. Есть несовместимый продукт. Мясо и картошка там у вас внутри. Значит, разнесите их на час. Отдельно картошка, отдельно мясо. Обратите внимание, у кого дети есть, всегда родители борются, ребенок отдельно хватает колбасу. Нет, ты давай ее с хлебом. Хлеб с колбасой тоже. Съешьте отдельно, это отдельно. То есть дробное вот это расчлененное питание, оно намного полезнее. Значит, сочетаемость с мясом может быть фасоль, зеленый горошек, вот эти зеленые продукты, помидоры какие-то, ну, яйцо может быть тоже. Кстати, считают, что яйцо в яичнице полезнее, чем в мешочек, там, в смятку этих яиц. Почему там обоснований нет? Но вы можете залезть в интернет и набрать питание пловцов, питание циклических видов спорта. Там очень много вот этих полезных советов, тогда увидите это дело. Гречка, рис, макароны из твердых сортов пшеницы. Фетисов, я помню его интервью, когда он уже там играл в этой, за границей в хоккей. Он говорит, нам здесь мясом кормили. А здесь, я, говорит, обалдел, значит, они едят макароны перед игрой. Макароны легче, они усваивались, мне намного легче было бегать. Это его интервью, это его слова. Сегодня как раз был этот, пока все дома, его третий раз, его семья. Вот. Значит, что еще там есть интересное? Жареная картошка, знаете, я ее люблю очень. Но отварная картошка, значит, если варите, лучше в мундире. Потому что мундир не выпустит полезные вещества там. Хотя нитраты, нитриты, это все разговоры. Потом можете почистить. За рубежом картошка подается в этих ресторанах прямо с кожурой. И я ее вот когда запекаю, ну, тщательно помыли ее с этой такой сеточкой. Либо это, как она, ну, металлическая есть, это пластиковая такая, но шершавенькая очень. Помыли ее хорошо, положили в эту, либо в духовку минут на 20, либо я в свой чай, я их обычно режу, значит, кладу вверх вот этим срезанной частью, и там минут 12-13 при 900 этих самых, как он называется, ват, запускаешь туда на вращение. Должна покрыться такой корочкой. Но иногда делаешь, надсекаешь ножом заранее, тоненьким, и смазываешь кисточкой маслом, тогда она раскрывается там быстрее. Вот эта печеная картошка полезнее. Отварная в мундире полезнее, чем отварная без мундира. Но пюре, вы знаете, лучше все-таки кубиками картошки. Все, потому что пюре, оно проскакивает. Не жевать не надо, ничего. Там просто склеивается застой. А надо организму это пропускать через себя. Морковь сырая полезна. Можете ее натереть на терке. Немножечко там для вкуса добавить там маслица, перемешать, надо сахаром посыпать, но не обязательно. Тоже хорошо. Но мед. На ВДНХ можете купить, вот павильон животноводства, пчеловодца сгорел. Там 40-50 различных точек, как правило. Отовсюду свозят этот мед. Запечатанные фляги 40-литровые. Образцы стоят, куски бумажки вы можете, значит, зацепить, попробовать, и пишут, для чего он нужен. Значит, это, вы знаете, продукт, который от Бога нам дан. 112-118 микроферментов там в этом меде. Только не надо его в чай класть горячий. При горячей воде там вот эти, большая часть их разлагается, и мед в прикуску. Где-то, ну, повнимательнее, потому что мед, особенно, то он может спровоцировать простудные заболевания, потому что патогонные он свойства обладает. Значит, если вы вот начинаете заболевать, то вот лучше в это время мед не давать, а на выходе уже давать. Вообще вот водолазы
там должны были на большой глубине какие-то работы проделать, превышало это в свое время, ну, предельно допустимое. 3 недели их откармливали медом, они выполняют работу, где глубина была на 30 метров глубже, чем им положено было. Это мед. Профессор Лаптев нам читал, когда в этой высшей школе по питанию, он сказал, значит, интересную вещь. 3 продукта, которые нам от Бога. Это икра, это яйцо и это сыр. Но сыр с помощью человека сделал. Вот эти 3 продукта. Потом, говорит, можете есть что хотите, когда хотите, сколько хотите. И не потолстеете. Но на 28 копеек в день. Вот тогда это было. Да, половина 28 копеек стоил. Творог, половина пачки творога. Чуть-чуть, он там сказал, что можно. Кашка это ничего не стоит. Там порция овсяной каши где-то 7 копеек тогда стоила. И все остальное. То есть главное не пережирать просто. Во-вторых, ну, надо нагрузку какую-то дома давать. Я вот сейчас уже больше 2 месяцев ежедневно 2 раза по 40 минут кручу велоэргометр, а видите? Но здесь другое у меня тут, грыжи эти все, эксперименты над собой, знаете, когда мы в спорте это пробовали, поэтому в результате 16 переломов и 8 швов на теле. Значит, ну вот в том числе вот эти вот, просто там сетка у меня зашита, начинаешь упражнение на пресс, она царапается. Мне врач сказал, знаешь, лучше не надо, там что-нибудь воспаление. Ну вот делаешь, ну подсох, ну там что-то есть. Потом купил этот, как он называется-то, кардиотвистер, тренажер. Там, наверное, видели рекламу. Там и в бок вот такая ручка, и ногами сверху вниз делаешь. Ну, грузит он прилично тоже. Но согнать будет трудно с возрастом. Вот эта вот вещь уже, остальное хотя подсох. Ну, вот эти. Ну, куда? Зато, я помню, в Цикадзоре, в этой, в Армении, сидят там армянские дети, и какие-то туристы пришли. Говорят, кто старший там у пловцов? Ну, они насчет бассейна. На кого указали армянские дети? У нас был тренер Расулбеков, да, такой. У кого самый большой живот? Значит, начальник. Дурак большой живот не наест. Так что это... Ну, но надо как-то оправдываться себе. Вам это не грозит, раз вы занимаетесь, а... Для чего я это говорю? Потому что, когда вы бросите занятия эти интенсивные, вот здесь привет. Или кто из вас курит, потом, когда бросит, у нас Колганов такой, Николай Евдокимович, бросил курить 9 килограмм за 2 недели. У нас это не курит, никто не бросит. Ну и правильно. Правильно делать. Вы знаете, вообще в это, ну, исключение из правил. Вообще так белые вороны в обществе. Все пьют, все курят. Там, это, знаете, в интернете я с дуру зарегистрировался в этих сетях. Теперь мне сегодня в студии... Мне товарищ говорит, будем общаться. 173 письма с утра с непристойными предложениями там в основном. Да, да. Как мы проведем наш медовый месяц. 78-летняя женщина, значит, там, да. Ну, я ей ответил, больше не пишет там. Ага. Как мы проведем в деталях, значит. А бывает, ответишь так... Похулиганьте, она тебе в ответ так, что и уши вот так вот завянут. Это дело. Так вот, в этих сетях там и много интересного можно найти. В интернете вы можете найти все, что угодно. Я с таким удовольствием вот лазаю, знаете, на это самодельные приспособления различные умельцы. Что ж там творят они? Из фанеры, это, и вставок каких-то болтов и гаек, но в течение 20 минут делают станок, который деревообделочный, обычный дрель-привод. За меньше, чем за 10 минут он сделал раму двухстворчатую с форточкой. Собрал их, не клеил. И вот там это, как ножи там делал, как закалять, как воронить нож в домашних условиях. Я заворонил, естественно, да, в лимонной кислоте. Ну, получается все это дело. Ножи, да, как закаливать. У меня 200 штук их там примерно ножей, это коллекция. Я всю жизнь их коллекционировал. Вот. Теперь у вас, когда вы плывете, когда плывете, у вас вы плывете в плавках, да? Нет, не разрешают у вас там из неопрена эти штаны, ничего, да? То есть в купальниках не разрешают, но от холода, например. Вы прикиньте, что типа холодно мне. Вы можете одеть что-то, купальник какой-то, нет? Да там в плавках нормально, там же недалеко. Ну... Я не знаю, у вас есть там за это дисквалификация или что? Вода соленая, она поднимает. Ну, вы можете еще выше, я для чего говорю. Химичили же и в подводном спорте везде. Но делали обычно мы, пардон, значит,
покупали эти презервативы, это 4 копейки, 2 штуки надувались. И вот здесь в пазухе есть там подплавки. И человек сантиметр на 4 выше. А не видно же, да? Вот, ну у нас даже еще был военно-технический вид спорта, плавание в робах. Женщина в робах, ну рабочая одежда, куртка и штаны. А мужчина еще и с макетом автомата там по голове тебе колотил из силумина отлитой. Так вот одна девочка завозила всем по пять секунд на полтиннике. Это эстафета была такая Шрякова Надя. А она, кажется, она эти штаны из неопрена под это одевала. Значит, легче вам будет, если вы что-то сделаете. Нет, там нельзя. Проверят вас, да? Ну, то есть, ну, в плавке можно что-то сделать. А никто не увидит, я просто вам это... Ну, так, для разговора. Просто, вы знаете, я подозреваю, вот Торпа, был такой Йен Торп, пловец, знаменитый олимпийский чемпион, насколько у него, 5, акула Торп. Вы знаете, что его одевали в эти костюмы, наверное, натягивали 4-5 человек. Для чего? Ну, он, у него индивидуальные были, потому что костюмы до $600 от 350. А потом ему разрезали, когда он выходил. Или что-то они закрыть его хотели. Когда он ходил, его разрезали. Но я видел его несколько кинограмм, где он плывет без вот этого купальника. Он явно сидит, ну, на спичный коробок глубже в воде. Я подозреваю, что там были вставки. Либо это гель какой-то, который легче воды, либо еще что-то такое. Не исключено. Пробовали делать, знаете, что надувать кислородом даже через прямую кишку. У нас плавание это в сборной. Потом были варианты, когда эти ГДРовские пловцы, у них была плеяда, 63-й год, матч СССР ГДР здесь в Москве, как раз это мировой рекорд Матос, 56-3. Были пацаны, вы знаете, девочки, у них вообще такой скелет, такое впечатление из Бухенвальда. Были только мышцы спины, вот такая тоненькая, грудная мышца, только рабочие группы мышц, остального не было. И они плыли. Тогда как раз первые очки появились, было, потом не пошло это дело. Ну а здесь этим кислородом, там и колики, и желудочные, и все. Он вроде должен всосаться, потом ты повыше ляжешь. Но представьте, когда тебе 1-1.5 литра, там типа клизма, это из кислорода, что там было. Делали, Буре у нас это пробовал, Владимир Евгеньевич. Еще я даже там ассистировал. Вот. Но интересно же, вы понимаете, что такое спорт? И у вас это постоянный эксперимент. Ну, понимаете, что такое? Что такое установить рекорд района, например, рекорд детской школы, рекорд города, рекорд страны, мировой рекорд? Это сделать то, что до тебя никто не делал. Либо в твоей школе, либо в городе, либо в районе там, либо в мире. То есть это значит эксперимент. Новое вот это вот, новый результат, он требует совершенно нового подхода, и в том числе эксперимента. Эксперимент на питании, эксперимент на восстановителях, все эти стероиды и прочее. Но это там 10 тысяч наименований, понимаете? У нас это стероиды. Это такое вранье. Их дают грудным детям от дистрофии, дают старикам при дистрофии, которые лишат. То есть мы про это знаем. А там и дыхательные стимуляторы, там есть и не буду, ладно, сейчас на эту тему лезть, но их полно, вот этих вот препаратов. И пока человечество есть, всегда хочется что-то такое сделать. Помните, одно время показывали этот матрос Папай, мультики такие были, который нажрал шпината и начинает всех тусовать. Всегда вот это хочется что-то такое съесть, волшебную таблетку заглотить. Кстати, вы обратите внимание, наш фольклор. У нас какие сказки? У Ивана Царевича Мария Искусница, да? Не пищайся, ложись, значит, а я тебе трах-бах и все сделаю, дворец за ночь построю. Или там это, как ее, Скоробея, змея там спас. Мультик этот классный, где этот лет. И она ему дворец, и хрустальный мост, и машину. Или по щучьему велению. Так обнаглел же, гад, на печи поехал к царю. Тоже ничего, и дрова, и идите сами в лес. У нас халява вот это была везде. Плюс там, ну, еще дальше трое из ларца. Все что угодно. А смотрите за рубежом. У них это есть. А так, вот эта сказка, где... Сестра у нее 12 братьев, их превратила колдунья в лебедей. Так ей надо было, чтобы их спасти и снять это заклятие. Она должна была не произнести ни слова, набрать вот эту крапиву голыми руками, ее там обработать, с них нитки сделать,
спрячь эту пряжу, и потом им 12 рубашек, не произнеся ни слова. А на ней женился, значит, царевич, а она, поскольку не говорит, там, эти, что колдунья она, ее уже на казни, она вот это вот последний пытается довязать рубашку. Прилетели эти братья ее, она накинула вот эти 11 рубашек, было готово, у одного только остались перья на руке, не успела довязать. Это работа же, да? Кот в сапогах, правда, тоже халява, да? А так там у них сказки несколько другие, где надо было вот пройти что-то, сколько-то посохов там сточить, сколько-то еще. Поэтому у нас мы на халяву более падки такие по своей. И знаете, никогда не слушайте советчиков, которые подойдут и скажут, будет там, блин, сейчас как дашь попрешь, как танк. У нас был Рашид Шарафутдинов, бегун такой, на 10 тысяч бегал. Ну, если он на тренировке бегал быстрее, чем выиграли Олимпийские игры. А он сошел с дистанции. Там же тренеру кто-то подошел, вот такая вот таблетка, все. Тот заглотил, и печень-то у него вылезла после 6 километров. Все, он сошел с дистанции. Ни в коем случае не надо вот эти вот вещи слушать советников. Пока вы не проверите, не сделаете, так как в легкой атлетике, никто не побежит вам в новых кроссовках, неразношенных, правильно? Хочешь ноги себе стереть, испортить. Все должно быть при этом. И купальник. У нас он, борьба была с рядом спортсменов. Полянский такой, ну, олимпийский чемпион, чемпион мира. У него плавки черными нитками заштопанные, но это он сам штопал. Они счастливые, понимаете? И надеть новые плавки он не хочет выходить. А девочка была прыгунья, вот там, ну, со слезами. У нее купальник был другой фирмы, чем заключен. У нас фирма «Арена» были заключены. А там был СПИДа. Но она у него прыгала, выигрывала. Ну, все что угодно. Понимаете? Вот это вот тоже, значит, у вас счастливые купальники. И плавки наверняка будут, ну... Это хорошая вещь, если вы в это верите. Будет все что угодно. Понимаете? У вас получится. А можно, мы вопросы можно задавать? Ну, давайте, конечно. Я все-таки по технике интересуюсь. Если, ну, как-то вот суммировать для нас, людей не профессионалов и не знающих там весь методический процесс, просто ребята, большинство, кто в баскетболе занимается, они один раз в неделю с тренером встречаются. И неплохо было бы, если в голове была какая-то, ну, структурированная информация, там, из чего эта техника плавания складывается, ну, как бы начали об этом говорить изначально. Там, не знаю, сколько, 5 компонентов. И как над этим мы скажем, как над этим, над каждым из этих компонентов работать, на что обращать там. Мы фактически про это все сказали. Там детали S-образный грибок, грибок пальца, это не играет никакой роли. Главное вот больше плоскостью зацепиться. То есть повернуться к очень крупной группе мышц, подводная часть. Еще очень важная вещь — расслабление антагонистов. Вот этот я упустил тогда. Ну, представляете, есть двуглавая мышца, да? Да? Бицепс. Трехглавая — трицепс. Они мышцы антагонисты. Одна на сгибание, вторая на разгибание. Представляете, что вы его сгибаете, эта мышца напряжена, делает, а это тоже напряжено. Вот расслабление антагонистов в любых видах спорта, там, главное, в циклических, они должны быть, что у лыжника он должен. Лишние мышцы, которые не выполняют функцию, должны быть расслаблены. Вот это очень важно. Важный момент отсюда. Я вот начал говорить, когда вот вы плывете вот с этим, с лидером, потому что человек просто учится там расслабляться. Значит, как работать? Работать перед зеркалом, я вам сказал. Вот эту технику просто вы можете... Это грибок, а вот, допустим, положение тела его же сделать. А положение тела дома, вы как вы его сделаете? Вы можете только имитировать, лечь там на подоконник, вытянуться вот так, носки оттянуть. Просто пометьте вот себе, сколько раз здесь были. Постепенно, вытягивая плечи, карандашком отмечайте, что вы растянулись дальше. Потом висеть, это тоже поможет очень. Вообще... Если в гидродинамике вот два корабля, один покороче, другой подлиннее. Одинаковые винты, одинаковые, ну, трудно сделать мощный двигатель и все остальное. Тот корабль, у которого будет длиннее вот этот корпус корабля, он при равных вот этих будет быстрее. Поэтому пловцы высокого роста желательно, значит, тонуть с узкими плечами, с большими кистями, большим размером ноги гибкий. Ну вот 46 размер у Фелпса. С большой емкостью, жизненной емкостью легких. Я не знаю, тут вот в литературе пишут, что у Фелпса 12,5 литров. Но обычно 5-6 – это уже очень хорошего мужчины, очень спортивного емкость.
редко у кого 7, там это уже спортсмены, под 8 это единицу. Говорят, что у Фелпса 12. И размер ноги такой. Плюс вы Фелпса, наверное, видели фотографии его, да? Показывали. Тощий такой, жира-то нет. А при росте 1,93 м 91 килограмм веса. Вот есть такая интересная вещь еще. Это индекс Брока. Разница между ростом весом минус 100. Ну, грубо говоря, при росте в 2 метра вы должны желательно, там раньше был 18, то есть 82 килограмма должны весить. Вот это вот. Была разница, пловцы были вот такие легенькие. Там от 12, а вообще 18-20. Что сейчас появились? Появились с отрицательным. У нас Марченко. Он на 2 килограмма тяжелее, чем рост минус вес. Тяжелые мышцы. У Фелпса всего 2, вот этот коэффициент. Но там этот спинист, Мэтт Гриверс, да, у того тоже на 5 килограмм тяжелее. То есть мышечная масса все-таки это эффективнее гораздо, чем если ее не будет. Видите, для спринтера. Ну, да, да, спринтеры. Потому что для дистанционного плавания это все равно. Там полегче, безусловно, но появление вот этих ребят, это тоже о чем-то говорит. То есть работать дома вам же надо, значит, у вас будет как-то мышцы расти. Если вы хотите нарастить мышцы, то это повторение должны быть там 1-3, но до 6 раз. То есть вы должны подбирать такой вес или такую нагрузку, которую вы больше там 6 раз в один подход сделать не можете. Это сила. А силовая выносливость, это надо где-то раз 30 сделать, не больше. Тогда у вас будет, ну, вы подсушитесь, будут вот, значит, мышцы более такие сухие, и будет силовая выносливость. Вам она больше. Хотя вы силы добавили, у вас автоматически... Знаете как, вот икроножная мышца вот эта вот, она у человека весом 80 килограмм достаточно, чтобы она имела силу 40, чтобы он мог ходить. А реально там где-то 150-160 запас. Так же, как мотор. У меня АК была от машины, продал, значит, товарищу за 10 тысяч рублей. Вот катается. Да, вот, ну, вот такая вещь. Там же дается 31 сила лошадиная. Она шла спокойно, на ней 138, но разогнаться негде. А 110 по кольцевой дороге спокойно ходила. Но такая мощность. И возьмите какую-нибудь машину, где там 450-500. А для того, чтобы она двигалась, когда я разогнался, там за глаза хватит там 40-50. Ресурс мотора здесь будет намного, намного лет дольше, не сносится. Хотя у меня она была лет 12 или 13. У меня было определение, что я ее купил, когда я увидел, что такую машину имеет Бовин, такой комментатор. Было послом в этом в Израиле. Человек 140 килограмм веса, он на оке катался. Представляете, там он садился и оседало все. То же самое здесь. Вот запас, если у вас запас силы будет, то вам легче будет грибок, скажем, 8 килограмм. А здесь вы можете, значит, исполнить на 60-50. Это желательно. А это зал, штанга, или это можно в домашних условиях? Домашних легко. Да вы можете, ну что угодно, нет у вас, скажем, там гантели. Возьмите мешок, набейте песком, дробью, чем угодно. Это как немцы. Нет, будем стол поднимать. Стул за одну ножку поднимайте. То есть лежа, резина, и вот амортизаторы. Ну, несколько крюков, потому что надо вам встали на колени сверху, да, исполняйте. Повернули спиной, из-за головы потянули. Туда немножко дальше. Легли, зацепились там петлю и начинаете сгибать только. Работают мышцы бедра, немножко икроножные. То есть любые эти упражнения, их тоже в интернете навалом, поэтому я вам просто, ну, что сейчас забивать, откройте, там все это есть. Физическая подготовка пловца, посмотрите, там тоже это есть. Вот эти резиновые сейчас продают и импортные. Сколько, допустим, серий, поскольку с тем же резиновым эспандером, сколько нужно подходов, поскольку... А знаете от чего? И лучшие тренеры как вот эти подходы делают? Смотрят, сколько у них воды. Вот Шевелев, это тренер Прилукова Юрий, у нас шестикратный чемпион мира в короткой воде. Ему все время надо было больше, а воды 2 часа нету. Вот он отсюда и делает. Сколько у вас есть возможностей? Какое у вас питание? Есть ли у вас массажист? То есть смотрите по самочувствию. Главное, если у вас что-то болит, не допустите травмы. Травма обычно происходит, если вы делаете эту серию до 30 движений, ну, имитируете грибок с резиной, да?
обычно получается на двух последних движениях. Если вы большую нагрузку даете, уже мышцы устали, а он здесь хочет. Нервный импульс подает и разрывы. Наиболее травмированные у нас что плечи и колени у человека. Спина еще. Поэтому, ну там, с прямой спиной посмотреть тоже по тяжелой атлетике. Потому что вот с круглой спиной сорвать спину легко. Спина должна быть прямая, штанга как можно. Если у вас такая возможность есть. У меня где-то чертежи лежат этого Феликса Сайковского. Это знаете, что вокруг дверного проема делается тренажер, который позволял делать 39 комплексов на разные группы мышц. А они, значит, он загнан вот там вверх, груза вот здесь вот сбоку. Груза любые там, понимаете, он там откуда хотел, подбирал. Вы можете бетонные сделать, делать отливки с дыркой в середине или с прорезью. Вот так они одеваются. И мы эти тренажеры делали, когда выезжали на сборы, как в Наваи. Там ничего не было, мы под себя оставляли тренажерный комплекс. Шли, искали трубы, делали там П-образные, скажем, базовые. Штука. Другая труба, вот такой кусок, который по диаметру была больше, она могла ерзать. На эту трубу наваривали вот так вот под углом штырь и одевали блины от штанги туда, чтобы они никаких замков, ничего. И гоняй. Вот тренажеры, которые вы, наверное, видите, где эти штыри вставляются, да? Чем он плох, этот тренажер? Вы можете только, они бывают 10-килограммовые и 8-килограммовые, либо 10, либо 20, либо 30. А вам надо после 10-11 сделать. Маленькие группы мышц, там не сделаешь. Здесь же мы могли повесить, ведь есть и полукилограммовые эти диски от штанги, их полно в этих залах. Мы могли повесить любые груза. И постепенность увеличения нагрузки. Вся теория и методика физвоспитания строится на увеличении нагрузки. Значит, по технике там что добавлять? Работать перед этим, только имитировать с помощью резиновых этих эспандеров. Но еще в воде вам может помочь, знаете что, обычный кусок поролона, ну, сделайте его в этот, чтобы можно прикрепить веревку к нему в этот самый, на животе. Он тормозит, когда плывете, но он имеет нулевую плавучесть. Он вас не топит, если вы груз повесите вот так. Груза делали вот сюда. Ну, после них легче. Но большие груза не надо вот здесь одевать тоже. Потом растягивание резины в воде вам тоже может помочь мощность грибка поднять. То есть вы с помощью этой резины, ну, на одном занятии примерно как на 8 добьетесь эффекта. Ну, пояс любой делаете, ремень там, хоть армейский, хоть эти брезентовые там, какой угодно. А есть пояс с этими, с ковшечками? Ну да, это есть эти, как они вот называются, стаканы такие, которые. Можно так, можно, значит, делали у нас консервную банку, там 800 грамм, дырку вырезали, но бортик оставляли, и вкладыши просто туда. С такой дыркой побольше, побольше, и сзади таскаешь на веревке, тормозит. Потом их возить не хотелось, банки. Сделал этот самый себе мешок из этого, ну, капрона любой. А снизу веревку можно дырку увеличивать и уменьшать. А здесь два полуокружности такие из проволоки. Когда так сложно, раскрыл и поплыл. Вот он вам тормоз. Увеличил, уменьшил его. И были, делали и груза через блок вот это вот делать. Резина очень интересна, когда оттягивание, что там можно вот у вас... Пропал грибок эффективный, ну, по времени падаете, устали вы, наелись, идете какую-то серию. Прекращаете эту серию, одеваете резину, раз в 4-5 оттяните на максимум. Снова у вас грибок восстанавливается. И за середину дорожки, в середине бассейна зацепили эту резину, ну, подбирали ее длину, постарайтесь оттянуть ее с трудом, чтобы вы могли только вот до бортика еще чуть-чуть, и вас назад снесет. В это время делаете поворот сальто, они очень быстро стали крутить, и она вас тянет. В легкой атлетике вы можете бегать под гору, можете бегать в гору. Здесь такое не сделаешь. А вот это вот ускоряет. И вы начинаете набирать скорость. В середине эта резина перестает вас тянуть. Вы по инерции держите эту скорость и начинаете снова оттягивать на другой стороне, на другой бассейн. Опять вот эта нагрузка, поворот и снова. Очень эффективная серия, к сожалению, забытая. Вот у нас эти мотки. Спортсмены возили с собой эти мотки резины, в оплетки и все остальное. Это тоже очень хорошее, потому что здесь вы сами подбираете наиболее эффективную вот эту технику. А визуализацию вы не использовали, вот, чтобы спортсмены смотрели на, допустим, видео эффективные? Ну, конечно, использовали. Но у вас это есть или нет?
Сейчас и вот... Есть YouTube, там все есть. Ну, этот... У нас он купил, Костыгов такой, 12 тысяч ему обошлось. Ему привезли waterproof, по-моему, Samsung камера, которая под воду. Она вот такая маленькая. Мы-то делали, топили электронно-лучевую трубку, там груза и эту телегу катали вдоль бортика. А сейчас-то можно ее на палке или просто одели маску, одели пояс с грузами, чтобы не всплывать. И снимайте спортсмена. Когда он плывет на вас, когда плывет от вас, это в брасе особенно. Надо и сбоку посмотреть, потом ему показывать. У нас там и делали как? На пол экрана техника пловца, а нижний экран график внутри цикловой скорости. Вот здесь пипочка и датчик давления. Значит, делает толчок спортсмен после поворота, скорость 2,2 метра в секунду, начинает делать первый грибок, и скорость падает до 1,40 м. Посмотрели, а он одновременно с грибком поднимал голову. Мы пошли в баню, а Петронин с Базановым, это они тогда за это валы. Вот, а они пошли вот в эту воду. 1,5 секунды, через 1,5 недели сбросили, хотя стоял вот он 1,5 года на своем результате. Это наглядность. Ну, другое тоже сейчас сделать-то это, в принципе, несложно. Но вам это, наверное, не надо. Это когда на полэкрана снят чемпионат мира, выходят они на старт, take your marks, залезают на тумбочку. Наш это все слышит. Наш выполняет ту команду, которая там происходит. Старт. Наш прыгает тоже. Его снимают на нижнюю половину. И все же видно синхронно. Где он на старте зазевался, где он выскочил, сколько он проиграл там или не проиграл. Сколько здесь? Когда он многократно это делает, вот эти съемки, снова они накладываются, их можно стереть. Как язык так изучает? Знаете, одна дорожка закреплена, вот и здесь. И ты, значит, тоже произносишь, вот здесь, потом сравниваешь, снова это повторяешь. Вот она заново записывается. Но видео, вот эта техника, сейчас это сделать намного проще, потому что миниатюризация. Я даже про нашего случая, ну, у меня очень работает этот инструмент. Открываете на YouTube там Phelps, slow motion. И перед сном посмотрел, разобрался, как он плывет, представил, что ты тоже плывешь так. Вот. На следующий день нереально плывется по-другому. Мне кажется, в голове очень много. Вам лучше Торп Хакет, если из тех, да, кроль, более длинные дистанции. У Торпа же мировой рекорд был и на 800 метров, хотя он плавал-то 100 и 200 в основном. Вот, и 400 они там с Хакетом, но Торп был посильнее. А Хакет – это 800 полторашку от 400, когда Торпа не было только. А брали они оба одинаково. Ну и что еще, жировая прослойка нужна или нет? Ну, нужна, конечно. Знаете, как, ну а как же? Увлечение вот это с гонкой веса, все остальное, приводит к тому, что, например, у женщин там жировая прослойка меньше 10. Ну, надо 16-17 относительная масса. Но тощая она, что иммунитет падает. Начинается расстройство цикла женского. Начинается еще все остальное. Все в меру должно быть. А у мужчин сколько? Ну, у мужчин, ну, скажем, мышечная масса хорошая. 54-56. Жировая где-то, ну, от 12 это крайняя величина. Ниже не надо. Вообще 16-18. Жировая масса тела. Но нет, нет, ничего не будет свисать. Меряют этими калиперами, там специальными расчеты. Сейчас же есть, продаются эти, когда, знаете, проводящий, встаешь на эти весы. Их надо отградуировать. Значит, у женщин во время, значит, эти менархи, ну, когда цикл, он не работает по проводимости, связано, ну, от состояния. Но если вы это продублируете, несколько раз откорректируете, будет очень близко к этому делу. Но при тренировке надо учитывать, и у мужчин же тоже циклы есть. Есть эмоциональный, интеллектуальный, там, это, биоритмы, физический цикл. Мы учитывали это дело, и одно время шло. И вы знаете, такой, помните, Санеев был у нас, нет? Прыгун, нет? Нет, да? Виктор Санеев. Трехкратный олимпийский чемпион по прыжкам. Живет в Америке сейчас. У него что, после Олимпиады, которую он выиграл, позвонила такая Шапошникова. Есть синусоидальные вот эти графики, а есть, когда внутри синусы, по Шапошниковой, еще циклы. Цикл там, они три разные, они пересекаются. И вот она позвонила его тренеру и говорит, что после Олимпиады они отдыхали 1,5 месяца. Она говорит, вы знаете, я вот много лет отслеживала, что если сейчас ему потренироваться, он может сделать мировой рекорд. Она убедила его.
И он 17:39 прыгнул после Олимпиады. Буквально он потренировал всего ничего. Значит, что-то в этом есть. Мы, во всяком случае, когда у спортсмена неблагоприятная ситуация, физически вниз, эмоциональный вниз, там интеллектуальный хрен с ним там не столь. Важно, мы снизили до 35-40% просто интенсивные нагрузки. Лучше быть переотдохнувшим, чем перепахавшим. Тоже один еще из этих, из постулатов. Потому что, знаете, заслуженный тренер СССР тренирует девочку у нас там. 79-й год, за год до Олимпиады. Вот так получилось в Ташкенте. У девочки проблемы с весом. Но только чемпионки могли такие вещи делать. 5 килограмм мишек съесть за ночь, например. Хрен кто так сделает, нормальный человек. Девочка съела конфет 5 килограмм, спокойно. А потом этот напиток, он же этот такой, как порошок его. Там 1,5 ложки, ложка на стакан. Ну, в сутки 2 стакана. Сажать 5 килограмм этого напитка тоже. А наши эти фантики-то под кровать. А пожаловалась дежурная, это, ну, уборщица. Ну и засекли. Потом, знаете, что норма откорма свиньи – это 700 грамм в сутки, да? Девочку отпустили к бабушке. Богданова Юля. Она привезла через 10 дней 14 килограмм веса. Только наши могут это. Поэтому вопрос на КВН – можем ли мы проиграть немцам? Говорят, можем. Почему? Мы все можем. Вот. Поэтому все в меру. Даже как это на КВН выскочил там Фисенко, такой пловец, сперли у этого Войцковского главного тренера его кепку, очки, он на него похож, одели. Не боимся мы работы, все зальем кровавым потом. Считай, по-нашему проплыли его немного, не веру ей Богу, скажи, Серега. Ну, это Сергей Михайлович сидел в этом, в президиуме. Там и КВН были, и все остальное. Тоже должен быть этот климат хороший там внутри. В самом начале там термин у вас был двухударный, что-то восьмиударный, какой-то, что связано с работой. Шестиударный – это на один цикл руками два грибка, шесть раз ногами. Шестиударный крой. Считается классический. Но есть четырехударный. Три каждой ногой. Да, да, да. То есть идет вот так. Есть четырехударные, есть двухударные основные. Это двухударные – это когда волочится. Немцы плавали, например, немки особенно, они плыли большую часть дистанции двухударным кролем. На последнем полтиннике включали ноги, вот у них финиш дополнительный. Экономить нечего. Движитель, то, что продвигает. Но в дистанционном плавании сейчас все плавают двухударным в основном, китайцы. Ну, вы знаете, все зависит еще. Там смотришь, если ты не плывешь, грубо говоря, за 30 секунд, даже из 30 на ногах, нет смысла тренировать ноги. Они у тебя будут забирать энергетику, а на продвижение не будет. То есть, если ты там плывешь за 37-38, какой смысл? Тратить энергию... А? 50 метров, да. 50 метров, да, да, отрезок, да. Но это в спорте уже выше. Высших достижений сколько там. Но вообще-то вы представьте себе, вы работаете ногами, они вас почти не продвигают. А вы представьте, сколько нога весит. Когда мне вот вынимали пластину отсюда, из этой самой руки, сделали, я год и 3 месяца ее таскал, значит, мне сделали наркоз, просто укол, вот здесь он, вот здесь подключичная артерия, если бы он ее проткнул, то потолок был бы в крови, большое давление. Говорит, как стукнет тебе в локоть или в руку, я его стукнула. Я ничего не чувствовал, отключил эту руку. Ну и потом, после этого, часов 5 отходил этот наркоз. Я лежу на кровати, читаю, смотрю, рука-то висит. Я ее не чувствую. Вы знаете, сколько она? Она килограмм 8 весит, 10. Вот сейчас она расслабленная, тонус мышц. Он ее поддерживает. Рука у нас страшно тяжелая. А нога, вы можете представить, сколько она весит? Это нога. И когда эти мышцы требуют снабжения кислородом, это очень тоже плохо. Значит, повышенная жировая прослойка, к чему она приведет? Во-первых, жир затрудняет теплоотдачу в воде. Сколько там? 26 бывает градусов вода, нет? Ну, это тепло. Ну, у вас в Босфоре там бывает? А, в Босфоре? Нет, там чуть меньше, там где-то 24. Ну, тогда не грозит, а в бассейне человек просто перегревается. Теплоотдача затруднена, перегрев, и он встает. Так же, как и тощим не надо быть. Ну, все в меру. Нормально это, когда эти женщины-модели, эти, как она называется-то, тут,
анорексии, сейчас их показывают. Ну ладно, тут сдвиги по фазе. Она считает, что она привлекательна. Это. Ну, кто-нибудь из мужчин согласен, что вот эти 38-килограммовые, там и 32. Женщина должна быть женственной, обязательно у нее должны быть все эти формы. Еще раз вопрос, а ты вот сказал 30-38 секунд, а в процентах от стандартного времени поплыва это сколько? Да, знаете, то, что для спортсмена уже такого, и то, что для этого там, ну просто у меня данных нет. Вот я говорю, то есть если я проплыла условно минуты за 50 метров, то сколько я должен ногами проплыть, чтобы это считалось? Ну, знаете что, это эмпирический, вот фактически, это мнение тренеров, ведущих. Он говорит, 29-3 не плывешь, и нет смысла, давай на двух ударах. А полностью я за сколько там плыву? Ну, там люди, которые из 51, значит, это плывут. Сань? Да. А, то есть 25? Да, ну, например, я вам могу сказать. Знаменитый вот этот пловец Хакет, его серия в 98 году, это было у них в этом фон Роме вообще, ну, фон Рено у нас называют, город 1800 метров. И, кстати, тоже очень интересная вещь. Нестабильные горы. У одного и того же тренера один раз получается, а второй раз он после этих гор заваливается. Цахкадзор вот у нас – это стабильные горы. То есть там, если ты несколько раз побывал, ты знаешь, как мы делали там этот, на 18-21 день пик формы после спуска с гор. Отсюда и подбирали, что делать первую неделю вкатывания, что там какие-то делать старты контрольные. А вот там не так. Мы вот объяснение нашли, знаете как, не знаю, правильное или нет, скорее всего, правильное. Это горы недалеко от моря. Что зимой происходит? Море нагрето, и теплый воздух вытесняет холодный туда наверх. Количество кислорода с моря намного больше. А что летом? Более вот этот вот воздух оттуда, он вытесняет этот воздух теплый в сторону. Но оттуда сверху там парциальное давление, ну, давление кислорода относительное, меньше гораздо. Ведь вы понимаете, там вот в горах, на вот эти альпинисты, когда вода закипает при 65-70 градусов, она, по сути дела, ты там чай не заваришь, ничего не сделаешь. От этого давление. Вот это вот пассаты, муссоны, там вот эта вот циркуляция, видимо, от этого. Но в горах ведь тоже по-другому. Если вы получите возможность где-то в горах потренироваться, поплавать, то после них, когда вы спускаетесь, у вас там больше кровяных телец. Там, ну, в общем, опять есть теоретики, говорят, все это фигня, а практики идут в горы. Тренируются, обязательно включают 3 раза в году вот эту тренировку в горах с последующим спуском. Значит, до гор, что в горах. В горах обычно всегда, ну, или стероиды давали, или вещества, которые способствуют росту мышц. Это высокобелковые препараты, там, мультикрафт, астрофит, астроэнергия. Ну, штарк-протеин у нас он продавался. 80% белка, 60%. Это дорого, трудно было достать. Мы, например, в команде применяли N-PIT. N-PIT – это детское питание, молочная смесь, где 60% белка. Просто разводили, выпивали, и мышцы росли. Потому что в горах вот эти применения всяких препаратов, они не для того, чтобы мышцы нарастить, а чтобы избежать падения мышечной массы. Потому что за первую неделю, когда идет острая акклиматизация, до 5 килограмм теряли вес, и набрать трудно спортсменам это. У них и так его лишнего нет. Значит, дают. Но если вы начинаете применять высокобелковые препараты, значит, вам надо обязательно витамины группы В. 4 витамина группы В, В6, В12, там, В15, никотинамид. Иначе на горшок работаете, просто не усвоится это дело. Плюс активаторы. Обязательно надо прикрыть печень, гептопротекторы. Так что это все-таки лучше под наблюдением врача делать. Иначе будет, как говорится, колбасит. Полезли после нас, тогда мы с гор спустились, Владимир Евгеньевич, из Сьерра-Невада, высокие горы, их боялись. Даже вот Манцевич, я попросил приехать Диму со сборной Словении. Вот я боюсь этой горы. Ну, 2000 там... 230 метров над уровнем моря мы там жили, а бассейн еще выше находится. Ошибка, и потом полгода восстанавливаешься. Перепахать в горах можно. Трудно. У нас удачно, мы спустились, и 3-4 яма, это обычно 3-4 день, острая реакклиматизация. Тогда были там Маринострум, такие соревнования. В 3 мы приняли, переезжали они из одного города в другой, из разных стран.
И 50 призовых мест, 20 первых. Такого не было никогда. Ну, отдельно тренировался такой был у нас чемпион, рекордсмен Мила Слуднов с мамой. Они поперли в эти горы. Поперли, потом оттуда спустился, а мне говорит, колбасит. На чемпионат мира он не поехал. Также полезли без врача, без этого Каморников с Лукинским. Володь. Завалились, естественно. Хотя до этого Каморников после гор сделал мировой рекорд. Понимаете, самое сложное, что вот я знаю, человеческий организм все-таки. Столько составляющих там есть. И вы вот контролируете по пульсу, да? Ну и спортсмены по пульсу. Самый быстрый, самый лобильный показатель. При старте в этой, в легкой атлетике, к 23-му шагу он набирает пульс больше 200 ударов. Вот за эти вот 23 шага. Поэтому вы ускоряетесь волей-неволей. Обычно плывете 2-3 грибка. Сейчас возьмите, вам что-нибудь пошепчите на ухо про маму, про папу, ваше неприлично. Пульс подскочит ударов на 30-40. И в ухо въедете. Он моментально подскакивает. Поэтому как вот такой показатель, он не идет. Хотя вот у меня интересно, тогда 8 штук мы закупили. Одеваются такие, как часы. И там пульс. Через каждые 30 секунд потом из памяти можно извлечь. Дали спортсменов и давайте. У нас на Круглом озере, там километр до самого озера от базы. Километр туда, километр обратно. Мы их утром выгоняли, как хотите. Туда хотите, пройдитесь, прогуляйтесь. Хотите, трусой. Они что делали? Вставали завтрак в 8, если. Он встает без 10-8, глаза вот так вот, и пошел на завтрак. Организм не готов к приему пищи, он не проснулся. Там ничего покрывали, не едят. А там еще надо было выбрать на эту сумму. Знаешь, шоколадку, каждый день шоколадку. Ну, хорошо, домой отвозили. А никто эту шоколадку под целиком ты съедал. Шоколад – хорошая вещь. Но если вы по плитке в день будете его хавать, каждый день это тоже. Вот. Они не готовы. Потом идут на тренировку, а им уже захотелось есть. И что, они начинают эти напитки, там еще пирожные. То есть углеводы забрасывать себе. 3-4 опять неправильно. Значит, напитки на тренировке желательно иметь. Вот эти продаются сейчас фляжки, знаете, которые хоккеисты выдернул, туда разводите этот напиток, они продаются. Вы должны за время тренировки отхлебывать просто. Когда мы стали это делать, раньше им раздавал по 5 килограмм по пакету врач, милая его фамилия. И все, а когда они его ели, когда пили, это надо во время тренировки. Вот он восполняет запасы углеводов. То есть вот эти мелочи, они играют какую-то роль. Питаться вы не питаетесь во время этого часового, да? Раньше, это, когда марафонцы плывут, они там заглатывают, там им надо в топку, даже чисто психологически. Вот, ну а на тренировке вам это поможет, напиток. А что с питанием до и после? Ну, это от образа жизни зависит. Желательно, чтобы часа полтора прошло после еды, да. А после тренировки сразу? Да, ну, где-то надо созреть. Вы попить вы можете вот этот напиточек какой-нибудь, перебить аппетит себе. Углеводные. Легкие, там углеводные, да. Можете съесть маленькую там какую-нибудь шоколадку, вот это вот. А так надо тоже созреть. Это где-то полчаса, 40 минут. Можете вот это вот съесть. Потом, что еще интересно там? Организм ведь сам подсказывает. Ну, с утра, завтра. Каша и там какие-нибудь бутерброды, там сильно и много. Утром можно как-то тренировку идти, ничего не есть? Ну, нежелательно, вы знаете что. У вас так или иначе будет выделяться желудочный сок. Желудочный сок, там пепсин входит, соляная кислота. У кошек, кстати, серная кислота. Вот там, поэтому кошки, у них запах мочи другой совершенно. Вот, и у вас эта соляная кислота, она будет выделяться. Требовать. Значит, капает в желудок соляная кислота. Язва желудка обеспечена. Прожжет вам. Значит, обязательно должно что-то, вот эта кашка, там она обволакивает. Потом хорошая вот очень вещь, вы знаете, периодически просто раза 3-4 в году поддержать свою печень. Берете, покупаете овес в зоомагазине, чтобы шелухой он был, вот этот нечищенный овес. Промываете его, хорошо. Потом, значит, стакан овса, 3 стакана воды. Ну, мы делали вот с женой. У меня был гепатит А, ну, самая слабая форма. Там же следы, жена у меня биохимик. Поэтому эти следы гепатитные остаются в организме. Билирубин.
Значит, 4-жды академик нет, порекомендовал вот эту вещь. Мы делали 3 стакана и 15 стаканов воды в кастрюлю. Доводите до кипения, потом делаете совершенно маленький огонь, чтобы такой бульк, бульк, бульк. И 5 часов она стоит вот так вот на огне. Потом что вы делаете? Через очень мелкое сито, вот эти сетчатые такие, просто, ну, выдавливаете его, эту жидкость, она стекает в кастрюлю. А вот этот жмых, оставшийся, вы его можете выкинуть. Вот это вот охлаждаете, ставите в холодильник на неделю, он не испортится. За 15 минут до завтрака полстакана и перед ужином полстакана. Чуть-чуть подогрейте его, чуть-чуть. Вот наши предки таким рецептом лечили успешно активные формы гепатита. Вот, да. Поддержка печени, значит, это промывка, питание. Печень, кстати, пожалуй, единственный орган, который может восстанавливаться. Хотя после вот этих даже дел алкаши и живут подолгу еще. Еще один этот вам рецепт тоже. Покупаете черный изюм с косточками, самый дешевый. Вот эти светлые, сабза, это, знаете, там добавки всякие искусственно сделанные, вот эти сорта. А те с косточками тоже промываете, ставите в этот полстакана изюма этого и заливаете вот желательно вымороженной водой. Ну, в случае дистиллированной, лучше вымороженной. Ночь простояла, утром берете эту водичку, выпиваете. Вот эта вода за ночь всасывает там столько микроферментов, которые моментально всосутся вам через желудок в кровь. А изюм съедаете. Мед у вас должен быть разных сортов, потому что они для разных органов. У нас тогда вот это был, так они ели мед, там 5 сортов было, совершенно черный, и светлый, и жидкий, и густой, и липовый, знаете, и гречичный. Все они имеют свою функцию. Перга овощина, значит, она продается тоже. Перга – это то, чем пчелы кормят свои личинки. Нектар, амброзия. По-другому то, что пили напиток бессмертия боги на Олимпе. А овощина – это самый вокск. Еще пергой не заклеивает эти щели в ульях. Ну, плюс прополис еще. Болит у вас, воспалилось, положили. Прополис, боль пропадает, всасывается. В общем, вот эти все продукты, которые дают мед, пыльца может дать аллергию, значит, имейте в виду, не все. Вы в самом начале говорили о том, что тренироваться желательно в режиме, когда энергия выделяется за счет распыления жиров, если я правильно понимаю. Почему так? Почему на углеводах это хорошо? А жир просто, знаете, 1 грамм углеводов, он в 2 раза меньше калорий дает, чем 1 грамм расщепленного жира. Ну, немножко больше даже, чем. Просто вот для этого и нужна мягкая разминка где-то в пределах получаса. То есть плавать отдельно на руках, отдельно на ногах, не загонять высокий пульс. Потому что жировой обмен начинается... Потом вы его потренируете, он быстрее может начаться. Но расщепление именно плавания за счет жиров... Вот. Но вам это мало что скажет. Вот тренировка Хакета в горах была, вот в этой, фон Ремо. Он плавал серию из 10 раз 3 по 50, да? 3 полтинника в режиме 1 минуты, старт каждую минуту, значит, там он плавал меньше 30 секунд, и, значит, там порядка 35, потом откупывался, там метров 400. Вот он такие 3 серии. В сумме получалось, что 1500 метров. Он полторашник. Когда суммировали вот эту вот скорость, его последняя там у него 23,90 было, а лактат, Володь, был где-то меньше 4,3,6. То есть он вообще на жировом обеспечении плыл. Потому что обычно там за 12 бы накопление молочной кислоты было. А вообще пределы там у нас были до 23. Смертельная доза, норма после 18. Но спортсмены этого дают. Значит, в сумме он проплыл без 2 секунд на 2 минуты быстрее, чем его же мировой рекорд на полторашку. То есть там он 14.34, а здесь у него 12.32. Если в процентах... 15,7% быстрее его скорость на отдельном отрезке, чем средняя скорость по дистанции. Потом он сделал мировой рекорд. У нас повторить это не сумел Прилуков, эту серию. Она была рекордной, и потом он в течение долгих лет вот эти 2 австралийца там задавали такой тон. То есть они брали на 2 как минимум 4-5 золотых медалей еще и в эстафетах. Ну, у них были и спринтеры появлялись там, но вот это было тоже.
Скажите, пожалуйста, как можно влиять на уменьшение пульса на длинной дистанции? То есть полкилометра очень высокий пульс, очень тяжело и страшно. Я не понимаю, как на него влиять. Как уменьшение пульса? То просто вы начинаете... Вы плывете, вот этот пульс вы меряете, когда плывете. Есть дистанционное плавание, есть интервальное, переменное, там фартлик, повторное. То есть плаваете там 20 полтинников. С отдыхом приплыли, померили пульс, посмотрели. Обычно здесь меряют. Кто-то тут в паховой артерии, здесь редко кто делает. Там же бьется сильно, и здесь все. И плывите просто вот эта вот работа над выносливостью, что у вас за 10 секунд пульс был, ну, 24-26 максимум. Это развивающая тренировка. А если пульс выше, это уже эксплуатирующая. Понимаете? Вам надо развивать. Я помню у Питера Снелла, когда он трусцой бегал, там и бегал от дистанции, он написал, я наращивал выносливость, а не истощал ее. Это очень важно. Когда они чувствуют, что перетренировались, тяжелые, найдите без труб, без барабанов, в интернете можно. Там вот эти тренировки, они описаны. И он переходил к чему? Что он, что Хальберг, что этот вот Барри Мэгги. Они переходили бег трусой в лесу. Вы понимаете, у нас еще вот плавание – это же самый тяжелый вообще вид спорта. Я довольно хорошо был знаком с этой Галиной Кулаковой. Она на первой Олимпиаде была как велосипедистка, а потом лыжница наша. 49 медалей все у нее там золотых. Золотых, по-моему. Так она... Нет, и включая чемпиона страны там. Вот, она бегала, всего у нас два человека было. Она в день бегала 90 километров. 110 бегал один мужик, Горнаев, такой наш лыжник. В день? Но, в день, да, да. Она и ночевала у меня несколько раз, все, мы разговаривали. И в аэропорту сидели долго. Она говорит, я больше двух раз на одной дистанции не могу тренироваться, я эмоционально устаю. А вы представляете, что такое в воде? Ежедневно наши пловцы... Вкус, свет, запах. Вы входите и из угла в угол, как в комнате, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. С учетом, что они плавают там порядка 6-8 километров. Одна тренировка в день там 16, а бывает и 20. И какая эмоциональная вот эта вот нервная система выдержит все это дело. Нам предлагали ученые, значит, $50 000, мы вам за 2 часа цвет воды в бассейне поменяем. Но мы подумали, что лучше очки купить, может, другого цвета. Купили там 5 очков. Очки тоже красный цвет. Это когда курсовка какая-то, что-то, он возбуждает. Желтенький, оранжевый на тренировке, он не угнетает психику. Голубой не угнетает. Темные очки, они дополнительно дают. Это тоже вот играет роль. То есть разнообразие и здравый смысл. Конечно, им лучше $50 000-то, чем это, очки купить. Сейчас это все продается. Вы, кстати, используете очки, когда плаваете? Очки используются. Вот, а у меня... Марк Шпиц не использовал очки. У него, кстати, был юбилей. Ну, не только он, Марк Шпиц. Я, знаете, что я с удовольствием после бани или так залезу в это, в болото, в реку, в море. Но залезть в бассейн для меня – это страшное дело. Всю жизнь я нюхал этот хлор. Я плавал тогда, очков не было. И у меня ассоциируется вода с болью в этих глазах. Особенно бассейн «Чайка» у нас, вот этот, его сейчас в Москву, да, переименовали, ну, около парка культуры. Там давали сумасшедшее количество хлора, 0,55. То есть ты шел, и это, слезы катились из глаз, вот это раздражение. И здесь накладывается оно, запоминается. Ты когда идешь туда, и так же, как ребенок к стоматологу. Мы любили ходить вначале, когда в детском саду, пока тебе один зубчик там где-то. А потом ты уже, он идет и орет. У меня жена биохимик, она берет у грудных детей иногда кровь из вены, берут из черепа это. Ребеночка ведут там где-то этого годовалого, она орать начинает за полкилометра. Вот уже он знает, что это такое. Рефлекторная дуга уже замкнулась. Поэтому как его вот потом? Ну и у взрослого человека тоже, у вас подкорково это было уже. Бывает, так как психика вот у этих маньяков, над ними было, как правило, насилие в семье в детстве, именно сексуальное. Потом они сами почему-то на это переходят. Замкнулась патологическая рефлекторная дуга. Какая-то позитивная настроение. Да. Но, кстати, у нас центры, два центра. Вы знаете, что абсолютно здоровых ребят привлекали в караульные войска, призывают, да? Здоровые ребята, через полгода язва желудка. Почему?
А они там есть войска, где они ходят рука на курке, ты обязан стрелять в любое живое существо. Ребенок, человек, женщина, заяц. Там мало ли что его, там он электронный какой-то, или на него что-то повесили. И у нас центр вот этот вот внимания напряженного. Он напряженно, потому что все там и проверяют, и делают. И центр выделения желудочного сока в мозге находится рядом. И происходит и радиация возбуждения. То есть возбужденный вот этот центр тревожности раздражает центр, который выделяет желудочный сок, он капает и проедает желудок. Их стали кормить там 6 раз в час. Все остальное. Но это тоже имейте в виду. И когда плаваете, и где-то все в меру, всего тут не расскажешь. Предлагаю разгрузить из тревожности в воскресный вечер, отдохнуть немножко. Ну, а алкоголь как восстановитель. Часто эти вопросы задают просто. Пиво полезно или вредно, например? Вы знаете, что в Питере еще до 80-х годов, я не знаю, продавался, вот с утра мы приезжали, поезд приходил всегда рано, продавались пивные дрожжи. Блокадники, все остальные вот эти пивные дрожжи, в них столько всяких витаминов, которые есть. И люди вот от дистрофии, от фурункулеза, когда нехватка витаминов, вот все лечились пивными дрожжами. Ну, а англичане – это традиционный их напиток. Они хлещут и ничего, и спортсмены пьют. Все в меру. Спасибо вам. Конечно, да, хорошо.